останавливается, либо же убирает голову и наслаивает еще одну атаку. Закончился у нас второй, ну вот видим растечение, вот это вот очень плохо, о чем мы говорили, да, с тобой до этого, Ром. Причем растечение это было в любом случае при клинче, потому что, ну, совершенно не наносил никаких ударов, но вот посмотрим, может, Самарин нам покажет, вот уже есть растечение, да, видим. Вот это опасное опять столкновение головами. Видно, где-то в таком же эпизоде получил рассечение Артем Мерзликин. Очень близко он головой подходит к своему оппоненту. Наклоняет голову, очень опасно. Дамы и господа, третий раунд. Мы убрали пока рассечение, но это очень плохо. Я думаю, понимает это сейчас и Омар Марабаев, где... Вот это вот, что называется, больная точка. Но опять же, и у Омара вон, да, столкновение головами, скорее всего, потому что он приопухшая бровь. Где-то головами столкнулись, вот именно при этом клинче. Но продолжает сейчас Артем форсировать события. Ну а картинка боя, что называется, не меняется. Артем все еще вперед идет, прессингует своего оппонента, а Омар Марабаев обтирает канаты. Ну, может быть, я еще могу добавить только одно, да, что если будет продолжаться бой в таком ключе, ну, победа Мерзликина, я думаю, не вызовет ни у кого опасений. Да, не будет никаких сомнений в победе Артема. Хорошо очень ныряет от боковых ударов Артем Мерзликин сейчас. Ну да, вновь прижимается к канатам. Я думаю, чистенькие канаты у нас будут после этого боя. Практически в каждом углу уже побывал наш, да, соперник нашего Артема Мерзликина. Обтер уже все, что можно. Ну и вновь прижимается он к канатам. Нисколько не брезгует такой тактикой, да? Может, ждет, пока Артем Мерзликин встанет. Не знаю, какую установку дали ему в углу, но смотрится это как избиение. Не могу с тобой не согласиться, действительно, ну, все делает Артем для того, чтобы добиться уверенной победы, причем победы в этом бою досрочно, и вновь опять прижимает канатом. И серия сокрушительных ударов. Ну, небольшой клинч, и вот видим, да, уже кровь опять... Слева у Марабаева. Вновь хороший удар в корпус. Не отпускает от канатов Артем Мерзликин Омара Марабаева. Или, может быть, Омар Марабаев сам не хочет уходить. Пропускает сейчас справа Омар. Ну, выжидает, да, обрати внимание, Ром, выжидает. Оппонент, да, вот смотри, на контратаке пытается поймать Артема. Явно, что специально он отдал инициативу Артему. Да, видимо, такая тактика у боксера из Казахстана. Пытается он, да, выловить навстречу Артема Мерзликина, но пока у него это плохо получается. Не успевает он за ударами Артема. Снова по корпусу правой снизу Артем бьет. Третий раунд. Омар Марабаев, синий угол ринга, Артем Мерзликин. Ну да, закончился сейчас у нас третий раунд. Вновь не вызывает сомнения, я думаю, ни у кого, что победа в нем досталась нашему боксеру Артему Мерзликину. Качество, экономия, сервис. АЗС Транссиб. Ваш идеальный попутчик. Впереди у нас четвертый раунд, ну и пока что, Ром, если говорить об этом раунде, я думаю, тут тоже все понятно. Как и в предыдущих раундах, ничего не изменилось. Безоговорочное преимущество Артема Мерзликина мы наблюдали. И я не знаю, надо что-то Омару Марабаеву предпринимать, если он хочет добиться победы в этом поединке. Думаю, секунданты подскажут ему, как ему нужно продолжать бой. Я не думаю,
думаю, что рассчитывает он, конечно же, что такой тактикой он дождется, когда раскроется Артем Мерзликин, да, и проведет он свой контрудар, который поможет ему добиться победы. Ну, почему-то с трудом мне верится в это. Начинается у нас четвертый раунд. Напомню, что в третьем бою вечера сегодня Артем Мерзликин из Барнаула принимает, точнее встречается с Омаром Марабаевым из города Атырау, это республика Казахстан, в шестираундовом поединке в среднем весе. Ну, вновь также тактика у боксера из Казахстана, прижимается он к канатам, наглухо закрывается, уходит в глухую оборону, ну и ждет своего шанса. Видит контрудары, пока Артем Мерзликин делает нырки и продолжает прессинговать своего оппонента. Вот в углу сейчас надо проводить хорошую серию. Не выпускать оппонента. Скандируют болельщики Тема. Передней рукой сейчас отвечает Омар Марабаев. Ну, не назвали мы рефери, кто обслуживает этот бой. Рефери в ринге Владимир Игошин. Но работы у него немного, да? То есть тут все понятно. Видно уже разбитое лицо у Омара Марабаева. Но пропускает все-таки все равно удары, да, пусть многие из них проходят вскользь, но все-таки все равно это чревато для лица боксера. Вот, смотрим. Серия сокрушительных ударов обрушивается на Омара сейчас. Ну, Омар опытный очень боксер, да, 36 лет все-таки, поэтому прекрасно он понимает. И не хочет лезть, что называется, на рожон. Проводит сейчас серию Омар Марабаев. Но Артем Мерзликин видит все, убирает голову. И снова прессингует своего оппонента, поджимает канатом. Ну, бой идет по тому же сценарию, да, что и шел до этого. Никаких изменений совершенно нет. Устал, мне кажется, уже Омар Марабаев. Тяжело он уже дышит так. Ну вот старается в клинч пойти. Да, видимо, дыхание, что очень тяжелое у боксера. И правильно, не могу не согласиться, Ром, с тобой, что ты сказал, что тяжело защищаться вот так вот весь как бы бой, да, на таком уровне. Все-таки профессионалы, они очень сильно отличаются от любителей, да. Поэтому и намного вдвойне сложнее, да, приходится боксерам в ринге. Ну и заканчивается у нас очередной раунд. Партнеры турнира — компания «Вот это дом», квартира нового поколения, строительная компания «Сел», строительная компания «Сибири», квартира застройщика, государственная... Если говорить, Ром, вот о физических данных, да, вот спортсменов, не то что о физических данных, даже больше о выносливости, наверное, насколько выносливы у боксера. Все-таки опытные, возрастные, 31-36 лет. Мне кажется, Артем намного выносливее своего оппонента, он все время идет вперед, бросает удары, пытается пробить защиту Омара Марабаева, а Омар, в свою очередь, принимает удары на себя и устает гораздо больше Артема. Мне кажется, физически к этому бою Артем намного лучше подготовлен, чем его соперник. Ну, все равно возраст, наверное, сказывается. Да? 36 лет уже и любой спортсмен, любой будь то боксер, либо представитель другого вида спорта, тяжелее восстанавливается. Ну, тем более, когда столько сил отдают спортсмены в ринге, как сейчас. Последнее наставление секунданта, да, сейчас Артем Мерзликин. У нас пятый раунд тем временем. И снова Артем прессингует. Ничего не меняется. Также у канатов
спиной к канатам стоит Омар Марабаев, а Артем Мерзликин обрабатывает его своими мощными ударами. Ну, все та же тактика, да, я с тобой полностью согласен. Здесь вообще речи не идет о какой-то маломальской атаке, да, со стороны Омара Марабаева. Все время он в основном работает в защите, но Артем ищет места, да, где можно и куда можно пробить вот этот блок, который ставит сейчас ему Омар Марабаев, да, работает в защите. Сейчас пытался ответить Омар, но успел Артем оттянуться. Роман, ну насколько вообще эффективна вот такая защита, да, в исполнении Марабаева? Все-таки очень много пропускает он ударов. Мне кажется, такая защита не очень эффективна. Все равно удары через перчатки потрясают сознание. Мне кажется, не очень приятно принимать на себя столько ударов. Нужно как-то больше двигаться на ногах. Сейчас, видим, отклеился пластырь у Омара Марабаева. Ну, именно по этой причине остановила Владимир Игошин, рефери в ринге, этот бой. Сейчас все вернется, да. Приводят амуницию в порядок у боксера. Ну и продолжается у нас пятый раунд. Все на себя принимает Омар Марабаев, не работает на ногах. Пытается контратаковать, но видит все удары Артем Мерзликин. Ну, во всяком случае, ни один пока что вот этот контрудар, да, контратака боксера из Казахстана не достигла цели. Прекрасно работает на ногах Артем Мерзликин. И вот, проводит очередную серию. Сейчас пытался опять Омар Марабаев что-то противопоставить Артему. Но опять Артем на ногах ушел. И снова мы видим, как канатом спиной стоит Омар Марабаев и принимает на все удары. Ну тяжело, я думаю, в любом случае тяжело приходится Омару Марабаеву, да. Очень много уже ударов он принял на себя, я думаю, очень... В голове его сейчас непросто. Ром, ну как вот думаешь вообще? Ну, мне, конечно, с трудом верится в это, но не могу тебя не спросить, может такое быть? Вот смотри, шестой раунд впереди, да? Если в пятом все не закончится, может все поменяться кардинально? Бокс – это такой вид спорта, где один момент может решить исход всего поединка. Тут до последнего нужно быть сконцентрированным, и нельзя расслабляться ни на секунду. Ну вот, закончен у нас пятый раунд. Впереди последний, заключительный шестой. Ну и еще раз повторюсь, ну, безусловно, очень хорошо выглядит сейчас в ринге наш Артем Мерзликин. И, скорее всего, к вот этим восьми победным, точнее, пяти победным боям, который он провел, добавится еще и шестая победа. Не знаю, будет ли предпринимать Омар Марабаев что-то в последнем раунде. Что ему говорят секунданты, мы не слышим, но нужно ему что-то менять, потому что пять раундов он проиграл. Если так же дальше будет продолжаться, тогда не ясен вопрос, зачем он вообще выходил на ринг. Но другого ему, во всяком случае, не дано уж точно. Нужно ему идти сейчас ва-банк для того, чтобы постараться хоть как-то переломить ход этого поединка. Ну и я думаю, если не произойдет какого-то чуда для Омара Марабаева, Артем Мерзликин все-таки добьется победы в этом бою. Шестой раунд у нас, уважаемые друзья. Великолепный бокс мы сегодня смотрим в эфире телеканала «Катунь-24». Снова Артем доминирует над своим оппонентом, снова поджимает его канатом. Пытается Омар Марабаев отвечать, но снова Артем на ногах великолепно уходит. Да,
Ну ничего не меняется, я думаю, ну не знаю, насколько можно говорить так, смирился уже, да, Омар Марабаев, что вновь не светит ему удача на этот раз в поединке с Артемом Мерзликиным, ну, потому что все получается у Артема, и то, что сейчас он легко уходит вот от этой контратаки соперника, я думаю, говорит о многом. Вероятно, слишком много на себя ударов принимал Омар, и сил уже не осталось что-либо менять, осталось только достоять до конца. Ну да, осталось не упасть, да, все-таки поражение по очкам это одно поражение, да, но когда проигрываешь нокаутом, это совершенно другие чувства, да, и другие эмоции. Два этажа работает Артем Мерзликин. Снова пытается контратаковать Омар Марабаев, но Артем делает уклон. Ну да, весь бой этот идет все по тому же сценарию, да, ничего совершенно не меняется в ринге. Первым номером у нас работает Артем Мерзликин, ну а Омар Марабаев, так как, сказал бы, боксерская груша выступает, да, здесь. Да, безусловно, согласен с тобой, в роли боксерской груши Омар Марабаев все удары на себя ловит и обтирает канат. Вот вновь опять сейчас хороший прямой удар до этого был, да. Не знаю, как этот боксер еще стоит. Очень длинная атака Артема Мерзликина. Смотрите, контратака в исполнении Омара Марабаева. Последние силы он уже прикладывает. Пожалуй, единственное, на что был способен сейчас оппонент нашего Артема Мерзликина, да, это вот на такую контратаку, серию из нескольких несильных ударов, да, и которые тоже прошли, в принципе, вскользь и были, ну, совершенно не опасны для Артема. Просто стоит Омар у канатов и ничего не делает. Последние секунды боя! Ну вот, хорошо. Попадает несколько ударов, я думаю. Все, заканчивается у нас этот бой. Ну и едва, конечно, в концовочке сейчас Артем Мерзликин не добился победы, как минимум, но да, не отправил его в нокдаун, ну а следом бы, я думаю, последовал бы незамедлительно нокаут. Если да, бы чудом Омар Марабаев не оказался на стиле ринга, ну и нечего тут говорить, вы сами все видели. И победу тут, конечно же, одержал Артем Мерзликин безоговорочную, бескомпромиссную. Ну, сейчас мы посмотрим, конечно же, кто станет победителем. Но еще раз говорю, не могу не согласиться с тобой, Рома. Здесь, я думаю, было понятно это все не только людям, которые отлично разбираются в боксе, да, но и простым обывателям, которые посмотрели этот поединок. Все понятно, кто победитель. Ну, все-таки дождемся решения судей, да. Ну, вот, одна из немногочисленных атак Омара Марабаева в шестом раунде. Пожалуй, это и все, что можно записать в актив боксера из Казахстана. Здесь промахивается, получает контратаку ответную. Ну и здесь опять Артем Мерзликин, что называется, попадает в цель. Видим, что уже и защита, да, допускает сбои. Сил уже не остается у Омара Марабаева. Не знаю, когда стоял этот боксер. Надо отдать ему должное. Уважаемая публика, победу в шестираундовом поединке неудачным решением судьи одержал Артем Мерзликин. Ну, собственно, о чем мы и говорили. Уважаемые телезрители, действительно, все закономерно. Ну вот, приветствует вот так уже после боя Артем своего оппонента. Приветствует секундантов. Ну и вновь пару слов, я думаю, сейчас. Где у нас камера? Нет, у нас камера снимает со всех сторон, поэтому не волнуйтесь, вы попадете в кадр.
Ну да, действительно, да. Камеры сегодня снимают со всех сторон, очень много человек, еще раз повторюсь, для тех, кто смотрит нашу трансляцию, вы в этот не момент сначала, а работает в ринге. На и она сказала, это вечер великого боя. Скажите, Артем, вы настолько популярны в Барнауле? Может быть, трибуны скажут, Артем Мерзлики! Приветствую публику, Артем. Великолепно, значит, Барнауле любит спорт, ценят его, потому что на самом деле популярность спорта, она начинается с узнаваемости спортсмена. Итак, Артем, прокомментируйте поединок, пожалуйста. Хороший поединок, хороший спортсмен. Многое мог бы сказать, но сейчас под эмоциями. Хочу спасибо сказать моей команде за помощь. Большую работу мы проделали, чтобы я в новом свете появился на ринге. Что не получалось в этом бою? Ну, были моменты, подваливался, были моменты, когда сильно хотел ударить, что не нужно было делать. Еще много чего не получилось, но мы все исправим. Представьте свою команду. Я вижу, это жизнерадостные люди, которые радуются за вас и, по всей видимости, участвовали в вашей подготовке. Да, непосредственно старший тренер Малетин Вячеслав Владимирович. Если можно, поднимайте руку. Сын Станислав Вячеславович Малетин. И Файнкин Евгений Игоревич. Аплодисменты! Артем Мерзликин и его команда. Итак, дорогие друзья, решите представить вашему вниманию подарок от Федерации профессионального бокса города Барнаул. Да, я думаю, сейчас дадим слово Ассорти. Встречаем. Моей коллеге, да, сейчас вот последние приготовления, сейчас кто-то из боксеров, я думаю, даст нам интервью, точнее, моей коллеге Елене Лопатиной, ну а пока у нас есть небольшая пауза, да, все-таки подведем итог этого боя, вот подсказывает мне сейчас, что Елена готова, да, Лена, давай тебе слово, Лена. Кто сейчас рядом с тобой? Ну, кто? Артем Мерзликин. Лен, тебе слово. Дорогие друзья! Дорогие друзья, рядом со мной сейчас победитель третьего сегодняшнего поединка Артем Мерзликин. Артем, во-первых, поздравляю тебя с победой и скажи, тяжело ли она далась тебе? Спасибо, да, сегодня победа легкой не была. Особенно проблемы начались, трудности после четвертого раунда. Хорошо попал в синим углом мне по печени. И трудности начались с дыханием, дышать стало трудно. После каждого раунда секунд по 30 прям в груди такое спёртое чувство было. Поэтому я считаю, что трудно. Последние раунды были трудными у меня. Я вижу, у тебя рассечения небольшие. Но это как-то на состояние твое повлияло сейчас? Как состояние? Да нет, рассечения. У меня уже особенность такая. Я каждый бой заканчиваю с рассечениями. Поэтому для меня это не новость. Может быть, этим и запоминаюсь. Сегодня у тебя была очень мощная такая поддержка из зрительного зала, можно сказать, несколько секторов сразу за тебя болели. Чувствуется это, когда ты в ринге? Да, конечно, это очень подбадривает и в тот же момент подгоняет. На выезде чем легче боксировать, тебя никто не знает, ты делаешь свое дело спокойно. А здесь ты понимаешь, что все эти люди пришли увидеть одно, как бы, красочную победу, скорее всего, поставить точку. И ты себя этим самым подгоняешь, и еще это изматывает. Это ответственность дополнительная. Большая, да, очень. Артем, я тебя еще раз поздравляю, желаю тебе удачи в дальнейших твоих поединках. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напомню, что сейчас вечер спортивный во Дворце спорта имени Германа Степановича Титова продолжается. Впереди нас ждет четвертый поединок, ну и главное, изюминка сегодняшнего вечера, бой между Дмитрием Сухоцким и Абди Устархановым сегодня завершит этот вечер. Продолжайте смотреть нашу прямую трансляцию. Кстати, это можно делать не только в эфире нашего телеканала, но и на сайте www.katunj24.ru. Дима, я передаю слово тебе в студию. Дорога к превосходству не из легких. Она рискованная, сложная. Она требует смелых шагов и самоотверженных поступков. И есть только один путь покорить ее. Никогда не останавливаться.
абсолютно новый Audi Q7. Превзойти себя значит превзойти всех. Audi-центр «Барнаул», официальный дилер Audi в Алтайском крае, рад сообщить о переезде в новый шоурум, соответствующий всем стандартам марки Audi. Высокое качество и стиль не только в автомобилях, техническом обслуживании, сервисе, но и в интерьере дилерского центра. Под одной крышей – шоурум, площадка автомобилей Audi с пробегом плюс, автосервис, продажа запасных частей и аксессуаров. Audi-центр в Барнауле. Павловский тракт, 164. В очередной раз спасибо моей коллеге Елене Лопатиной за отличное интервью. Ну а сейчас у нас впереди четвертый бой. Павел Мамонтов против Оскара Медины из Аргентины. И я предлагаю посмотреть материал с тренировки нашего боксера Павла Мамонтова. Как он готовился к сопернику. Напомню, что четвертый бой – это матч-реванш. Федерация профессионального бокса Алтайского края. Тренировка Павла Мамонтова проходит в родном для него спортивном зале в Новоалтайске. Больше месяца сибирский чемпион оттачивает свои навыки под руководством тренера Владислава Осинцева, чтобы подойти к предстоящему бою в отличной физической форме. Сначала были втягивающие занятия, лишь в течение последних трех недель боксер-профессионал ведет подготовку непосредственно к сопернику. Для Павла предстоящий 10-раундовый бой против аргентинца Оскара Роберто Медины станет вторым за последний год. В принципе, ни на чем изменений не стали делать. Готовимся так же. Ну, прошлый бой был хороший бой. Противник хороший, выносливый, держит удар, опытный. Ну, Паша, я считаю, обыграл его вчистую. За исключением, может быть, ну, последний раунд. Первый бой между боксерами состоялся в Барнаульском дворце зрелища спорта в октябре 2014 года и был титульным. Павел Мамонтов отстаивал свой титул чемпиона мира по версии Паназиатской боксерской ассоциации. Алтайский спортсмен несколько раз отправлял аргентинца отдохнуть лежа на ринге, но каждый раз выносливый оппонент поднимался после тяжелейших нокдаунов. В итоге Павел победил по очкам, проведя против Оскара все 12 раундов. Но он подвижный, то есть я вот как вспомню прошлый бой, то есть вроде я должен был его как бы попасть, достать, ударить, у меня это иногда не получалось, то есть он прям чувствует и в последний момент уходил, в защиту была или просто там уклонялся. В своей победе Павел уверен, но прекрасно понимает, что в профессиональном боксе случается всякое. Против аргентинца нужно держать ухо востро и использовать любую возможность, чтобы закончить бой досрочно. Всего, кроме боя Павла Мамонтова, в этот вечер в Барнауле пройдет еще 4 поединка. Зрители увидят полюбившихся по прошлым турнирам известных алтайских боксеров Дмитрия Сухоцкого, Карена Аветисяна, Артема Мерзликина и Махира Пашаева. 27 ноября Барнаул будет жить профессиональным боксом и, конечно же, ждать ярких побед от алтайских боксеров. Прямую трансляцию знакового для нашего края турнира... От Волги и до Енисея. Материал, да, и сейчас готовится у нас появиться как раз вот герой этого сюжета, да, Павел Мамонтов, под свою любимую песню группы Любэ, да, «Россия, моя Россия». По дороге ночной Павел! Ром, ну, прежде всего, вот, посмотрел, да, ты материал, да, посмотрел на то, что как прошлый раз, да, падал Оскар Медина в ринге, очень уверенно вел этот бой Паша. Насколько сегодня этот бой будет совершенно другим, как ты думаешь? Мне кажется, текущий бой пройдет по тому же сценарию, что и бой в прошлом году. Ничего, я думаю, не изменится. Павел Мамонтов, на мой взгляд, одержит уверенную победу. Ну вот, если говорить, в принципе, да, о сопернике, вот он, Оскар Медина, да, аргентинец, спортсмен из Аргентины, представляющий эту страну, да. Дамы и господа, в синем углу ринга боец... Сейчас как раз представляет. Чей возраст 34 года,
Рост 1 метр 74 сантиметра. Вес 70 килограммов. Изменил немножко имидж, да, по сравнению с... На профессиональном ринге провел 39 боев, который был 26 против... побед, 9 побед нокаутом, 11 поражений, 2 ничьи. В синем углу ринга Оскар Медина! Ну вот Медина, кстати, провел последний свой профессиональный бой относительно недавно, да, в сентябре 2015 года ринга, в Москве, да, уступил он года, во втором рост 1 метр 74 сантиметра, вес 71 килограмм 400 грамм, Владиняку экс-чемпиону России по профессиональному боксу. На сейчас, конечно, тоже постарается взять реванш. Одна победа нокаутом, одно поражение, две ничьи. Ну, представляет дамы нашего и господа, в красном углу ринга бойца Павла Павел Мамонтов. Со своим тренером, да? Десятирундовый поединок является боем-реваншем. В первом бою победу одержал по очкам Павел Мамонтов. Итак, дамы и господа, бой-реванш. Боксеры в центр ринга. Ну а что касается, кстати, последнего боя нашего Паши, да, он его проводил как раз год назад почти против все того же Оскара Медины. Внимательно слушаем мои команды и соблюдаем по углам. Вот так вот Владимир Игошин, рефери в ринге, указал спортсменам и... Сказал, как он должен себя вести, ну, не знаю, насколько Медина понял то, что ему сказали, но думаю, язык вот этот рефери всем знаком, неважно, на каком он говорится, все боксеры прекрасно понимают. Начинается у нас первый раунд, ну и пока выжидательную тактику выбирает Паша. А Оскар Медина очень хорошо двигается на ногах. Работает Павел первым номером. Ром, ну вот если говорить вообще, насколько тяжело боксерам, да, выходить против друг друга, да, когда ты уже проводил какой-то бой на профессиональной арене, да, против этого же оппонента, и ты, в принципе, знаешь все его сильные и слабые стороны. Это плюс или минус? Это большой плюс, когда ты уже боксировал с соперником ранее, ты уже знаешь, что предпринимать против него и что от него можно ожидать. Ну, если уж на то пошло, и оппонент нашего Паши, конечно же, знает, что ожидать от Павла. Знает, но у него психологический уступок перед ним, так как в прошлом бою Павел над ним доминировал и одержал победу, поэтому психологически тяжело сейчас Оскару Медине собраться и переломить ход поединка и взять реванш. Ну да, если говорить в целом, уважаемые друзья, нас ждет сейчас в этом... бою 10 раундов, да, это 72 килограмма, средний вес. С каждым разом и с каждой секундой мы приближаемся действительно к развязке сегодняшнего вечера. Нас будет ждать еще и пятый бой, в котором Дмитрий Сухоцкий встретится с Аптиу Стархановым из города Грозного. Так что впереди нас ждет еще, как минимум, говорю, в четвертом бою 10 раундов, но если все не закончится раньше. Ищут пока дистанцию боксеры, присматриваются друг к другу. Нет ни таких очень сильно открытых и активных действий, кроме вот сейчас размениваются ударами друг с другом боксеры. Ну, удалось мне побывать, да, на тренировке, можно сказать, да, перед этим поединком Паши Мамонтова, да, обратил я внимание на скорость его рук, очень быстро действует боксер именно руками. Клинчует сейчас Оскар Медина Павла. Очень решительно настроен сейчас Оскар Медина, да,
Хорошо, он чувствует дистанцию, как-то руки держит на животе. Видно, очень хорошо чувствует удары Павла Мамонтова, успевает от них защищаться, видит их. Ну не могу с тобой не согласиться, вот закончился у нас первый раунд, да, и вот вспоминая сейчас прошлый вот этот вот бой, который был между двумя вот этими боксерами-профессионалами, да, в этот раз выглядит Оскар совершенно по-иному, да, старается он все-таки уходить от ударов, которые пытается нанести ему Паша, да, появилась какая-то скорость в движениях, и вот смотрим, даже пытается контратаковать. Видимо, Оскар и его команда сделали соответствующие выводы после прошлого поединка и попытаются этот поединок выиграть. Ну да, не зря он реванш, да. Исходила эта инициатива, соответственно, от аргентинца, потому что проиграл он прошлый бой Паши, поэтому, я думаю, ждет нас 9 раундов еще очень бескомпромиссного бокса, потому что Медина настроен очень решительно, ну а мы, конечно же, будем болеть за нашего Пашу. Паша из Новоалтайска, еще раз повторюсь, да, боксер тренируется в Новоалтайске и очень в хорошей физической форме. Работает Павел первым номером, а Оскар все так же очень быстро передвигается на ногах. Ну, выше ростом тоже видим, небольшое преимущество есть здесь у Оскара. Не может пока Павел подобрать ключ к своему оппоненту. Не подпускает Оскар его на дистанцию. Еще раз повторюсь, этот бой начался немножко по другому сценарию, да, чем первый поединок между вот этими боксерами. Опасный момент сейчас был, но успел Оскар Медина уйти на ногах. Хороший джеб сейчас попадает Павел Мамонтов, но Оскар Медина очень низко опускает голову. Хорошая атака Павла Мамонтова. Хорошая двойка, корпус, голова, да, проходит, причем она. И вновь попадает сейчас Паша. Делает замечание рефери данного поединка Владимир Игошин Оскару Медине за опасное движение головой. Вот если говорить, Ром, вот лично тебе видно уже, что вот боксеры, в принципе, которые выходят у нас сейчас в четвертом бою, да, совершенно немного другого, иного уровня, чем были вот первые, да, боксерские поединки сегодняшние. Да, видно, что с каждым боем боксеры все более лучше боксируют, что каждый бой это что-то новое, что-то более захватывающее, чем было до этого. Даже я не знаю, что можно ожидать от главного боя сегодня. Ну, ожидать, я думаю, сегодня от главного боя, прежде всего, красивого бокса. Это самое главное, чем ценен этот вид спорта. Ну, а здесь, конечно же, вновь ожидаем победы нашего боксера в этом матче-реванше. Не дает Оскар Медина работать Павлу Мамонтову. Опускает он все голову. Напомню, 10 раундов очень хорошо нужно рассчитать собственные силы боксерам, потому что очень длинный поединок, да, ну только представьте, 3 минуты, 10, это 30 минут чистого боя, чистого бокса. Поэтому физически боксеры должны быть очень выносливыми. И на первый план здесь, конечно же, выйдет физическая подготовка. Заканчивается у нас очередной раунд. Очень ровная борьба в ринге развязывается. Вечера профессионального бокса в городе Барнаул. Итак, наши партнеры. Семейно-развлекательный комплекс «Березка» — это прекрасное место для активного отдыха. Для вас работают крытый, открытый каток, огромный ролл-холл, кайт-парк. Ну что, прошло уже два у нас раунда, да, Рома? Прежде всего, поделись ты своими впечатлениями, что увидел ты. Ну, я увидел то, что Оскар Медина действительно работал над собой после прошлого поединка. Сейчас он смотрится гораздо лучше, чем в прошлый раз. Очень хорошо двигается на ногах, но все равно
равно преимущество небольшое, но есть у Павла Мамонтова, потому что он больше попадает, идет вперед, у него есть инициатива. Думаю, судьи со мной согласятся. Ну да, в целом хорошее впечатление оставляет у меня Оскар Медина, да. Все-таки работа, видимо, проделана огромная с тренером. Боксер выглядит совершенно по-иному, чем год назад. Акумалин за борту! Ничья. Не торопится, не форсирует события сейчас Паша. Сейчас небольшой обмен ударами, но никто из боксеров точного удара не нанес. Какой опасный сейчас правый хук кидал Павел Мамонтов. Успел Оскар Медина вовремя убрать голову. Ну да, вновь атакует здесь Паша. И вот ответ от Оскара. Я думаю, не ожидал немножко Паша, что именно так будет проходить вот этот бой, да? Ну, думаю, его секундант даст ему правильную установку, скажет ему, что делать. И я думаю, Павел должен разобрать Оскара Медину. Не могу не проводить вот эти аналогии с прошлым их боем, прошлой их встречей, да, в ринге. Все-таки тогда преимущество Паши не вызывало каких-то сомнений, я думаю, ни у специалистов, ни у простых болельщиков. Ну а сейчас пока хорошее впечатление оставляет Оскар Медина. Ну и Паше будет очень-очень сложно в этом бою. Очень много Оскар Медина двигается на ногах. И хватит ли ему выносливости двигаться так до 10 раунда? Вот, защищается сейчас Паша. Не пускает Оскар Медина Павла на дистанцию, удобную для него. Да, безусловно, работа отличная проделана Оскаром Мединой. Совершенно по-другому сейчас настроен этот боксер. И достойный конкурент он сейчас нашему Паше. Но нужно подбирать ключики вот к этой защите Оскара нашему боксеру, что, собственно, он, я думаю, понимает сейчас сам. Безусловно, Павел пытается что-то сделать, но пока это у него плохо получается. Думаю, сейчас он найдет, что называется, брешь в обороне Оскара Медины. И я думаю, получится у него хороший бой. Сейчас, тем более, обмениваются ударами боксеры. И такая концовка очень зрелищная у нас получается. Что сразу бросилось мне в глаза, да, вот сейчас вот подумал, Ром. Думаю, действительно, молодцы организаторы, ничего не скажешь здесь. Бои, как и положено, проходят. Чем дальше, тем интереснее. Да, вот обрати внимание сейчас, как, можно сказать, со взрывом провели вот эти последние секунды оба боксера. То есть видно уже, что это опытные боксеры, профессионалы хорошего уровня, которые понимают, что последние секунды раунда, это в основном, можно сказать, это главное в этом раунде. Да, безусловно, последние секунды раунда оставляют свое впечатление на судьи, очень сильно действуют. И в большинстве случаев, если такая происходит в ринге, бескомпромиссная борьба, то именно по последним секундам судьи отдают предпочтение. Вот хорошая подборка, вот саммари этой рубки, которая была сейчас у нас в конце, да? Вот смотрим. Секундантам покинуть ринг. Тем временем у нас уже четвертый раунд. Вновь обмен ударами. Да, зрители очень спокойно сейчас ждут, что же будет дальше. Пока что не поддерживают боксеров, что называется, выжидают. Но вот сейчас потихоньку активно начинают поддерживать боксеров в ринге.
поддавливает Павел Мамонтов своего оппонента. Оскар Медина, в свою очередь, активно двигается на ногах. Никак не могут боксеры обойтись без клинча, да. Очень собраны оба боксера. Неплохой сейчас удар по печени Павел попадает. И тут же правой прямой пропускает. Ну, советует сейчас Павлу двумя руками работать, да, левой и правой. Пропускает сейчас неприятные удары Павел. Прямой, да. Попадает джеб. И снова клинч у боксеров. Пластырь надо, да, поправить на боксерской перчатке. У Паши размоталось. Поединок остановлен рефери. Да, рефери останавливает, Буквально о чем мы и говорили. Ну и вот она. Реваншист, что называется. Чувствует он себя неплохо, но есть время сейчас у тренера Павла что-то шепнуть, что называется, на ушко, да, своему подопечному. Четвертый раунд продолжается. Продолжается у нас четвертый раунд. Готовит атаку сейчас Паша. Идет вперед Павел, но видит все удары Павла Оскар. Пропускает Павел левой снизу. Мне кажется, сильно заваливается еще вниз и может пропустить. Очень тяжелый и неприятный удар Паша сейчас. Старается корпусом, да, что называется, внести всю силу, да, повернувшись корпусом в удар. Но уже один раз пропустил он неприятный для себя удар, неприятную контратаку со стороны Оскара Медины. Безусловно, валится Павел, не может он нащупать дистанцию, которая для него удобна, поэтому это происходит. Заряжается он в удары. Надо как-то более хладнокровно вести бой ему сейчас. Неплохие удары сейчас попадает Павел. Да, да. И снова неплохие боковые удары в исполнении Павла. И такая бескомпромиссная концовка. Нет, ну здесь не было, конечно, никакого нокдауна. Нет, подскользнулся просто, что называется. Не удержался на ногах Оскар Медина, да. Присел вот так вот. Вот в этом размене ударов на колено. Но концовка раунда остается за нашим Павлом Мамонтовым. 39 боев, 26 побед. 9 побед нокаутом, 11 поражений, 2 ничьи. Оскар Медина уже больше года живет в городе Новокузнецк. Вот, не слышим, к сожалению, сейчас, что Павел говорил, да, своему секунданту. Ну, видим, что, в принципе, пока что не может понять Паша, что же нужно делать с Оскаром Мединой для того, чтобы вести этот бой так, как планировал Паша, и закончить его досрочно, чего не удалось сделать в прошлый раз. Вот здесь показательно очень было в этом саммере, да, как уходил и уворачивался от этих ударов Оскар Медина. Ну а у нас начинается очередной раунд. Держит все-таки Оскар Павла на дистанции. Не может Павел подобрать к нему пока ключи. Снова отклеивается пластырь у Павла Мамонтова. Да, и снова останавливает рефери в ринге Владимир Игошин. Этот бой, вот и проблемы какие-то и у Оскара Медины, да, возникли, судя по всему, потому что оба боксера сейчас в своих углах, да,
То же самое, да, наматывает пластырь сейчас и Оскару, его секундант. Ну все, можно сказать, да, выдержали такую небольшую паузу, отдохнули оба боксера, да, поправили амуницию и теперь готовы продолжить этот бой. Работает все-таки Павел первым номером, в то время как Оскар Медина активно защищается на ногах. Ну вот смотрим, да, выжидает Оскар. Паше нужно поактивнее сейчас действовать в ринге, что он, собственно, и пытается делать. Опять размен ударами идет. Очень хороший удар по корпусу сейчас Павел наносит. Вновь Паша пытается атаковать, но... Не хватает Павлу второго действия. Вроде под двойку пробивает, попадает и тут же уходит. А можно же еще пробить. Но опасается, я думаю, своего оппонента где-то подсознательно все равно Паша, да? Видит он, что Оскар очень хорошо физически подготовился к этому бою. Поэтому где-то подсознательно в подкорке сидит это. Поэтому и боится, я думаю, Паша проводить вот эту серию. Ой, какой хорошо, опасный удар в разрез. Сейчас Павел пропускает. Ну, пытаясь атаковать, да, Паша сейчас позабыл немножко о защите и пропустил вот эти два ненужных удара. Хочет Павел ударить своего оппонента. Подходит к концу у нас очередной раунд. Снова концовку раунда пытаются бойцы забрать. Ну да, вот если говорить пока, Рома, скажи все-таки, кому бы ты пока отдал предпочтение в этом бое? На мой взгляд, пока в этом бое ничья. Не знаю, кому из боксеров отдать предпочтение. Идет ровная борьба, в концовках боксеры взрываются и наносят друг другу серии ударов. Не знаю, как посчитают судьи, но на мой взгляд, пока никто не уступает в данном поединке. Но на твой взгляд, может ли быть вот по такому бою, да, ничейный результат? Да, я думаю, вполне возможен ничейный результат, если все так же будет продолжаться. Ну, стоит добавить, что, еще раз повторюсь, очень нравится мне вот в этом бое соперник Паши, да, видно, что сделал он работу над ошибками, серьезную причем работу проделал, и на самом деле этот бой... Смотрится, да, и доставляет массу эмоций. Что ж, у нас шестой раунд, больше половины этого боя уже завершена. Ну и посмотрим, как же поведут себя боксеры в шестом раунде. Также Павел идет вперед, работает первым номером. В то время как Оскар Медина также работает вторым номером, ничего не меняется у нас. Попадает сейчас Павел с правой в голову Оскару. Сейчас право-боковой опасный попадает Павел Мамонтов. Хорошо сейчас Павел проводит этот отрезок шестого раунда. Ну да, активность появилась, да, в действиях, но она и не заканчивалась, в принципе. Но сейчас вот Паша понимает, что надо
надо проводить вот эту серию ударов. Уже не первый раз мы видим от Паши. Ждет он, пытается нащупать он слабые места в защите Оскара Медины. Пусть не все пока получается, но Паша старается. Видно вот это желание. И, пожалуй, не хватает Паше совсем чуть-чуть, да, чтобы попасть и провести хороший точный удар. Очень хороший правый в корпус пробивает Павел сейчас. Немного не достает. Не хватает ему длины рук, чтобы достать до Оскара Медины. Ну, повторным сейчас вот ударом он все-таки зацепил, да, пусть и вскользь, немножко своего соперника. Я думаю, судьи должны обратить на это внимание, ну и засчитать важные нужные Павлу очки. Советуют зрители, да, во дворце спорта, иди с ударами. Ну, Паша-то, собственно, это и старается сделать, да, но не всегда это получается. Хорошо, сейчас два боковых удара Павел попадает. Видно преимущество Павла в этом раунде. Хотелось бы, чтобы дальше оно только росло. Видно, подустал немножечко Оскар Медина, уже нет таких быстрых движений на ногах. Ну, стоит отметить, что Оскар тоже далеко не самый молодой, да, спортсмен, 34 все-таки года ему, Паше 32. Это достаточно опытные боксеры-профессионалы, которые прекрасно понимают, что цена одной ошибки здесь в этом бою очень велика. Дорога к превосходству не из легких. Она рискованная, сложная. Она требует смелых шагов и самоотверженных поступков. И есть только один путь покорить ее. Никогда не останавливаться. Абсолютно новый Audi Q7. Превзойти себя значит превзойти всех. Ауди-центр «Барнаул», официальный дилер «Ауди» в Алтайском крае, рад сообщить о переезде в новый шоурум, соответствующий всем стандартам марки «Ауди». Высокое качество и стиль не только в автомобилях, техническом обслуживании, сервисе, но и в интерьере дилерского центра. Под одной крышей – шоурум, площадка автомобилей «Ауди» с пробегом «Плюс», автосервис, продажа запасных частей и аксессуаров. Ауди-центр в Барнауле. Павловский тракт, 164. Да, возвращаемся к седьмому как раз раунду, да, после обязательной рекламы. Снова смотрим, Павел, да, пытается Павел достать пытается ударами Оскара. Ну, понимает Паша прекрасно, что нужна активность с его стороны. Хорошо сейчас попал правым прямым по голове Оскара Медины. Ну, вновь пластырь. Очередная пауза, да, вновь с пластырем там какая-то проблема возникла. Вновь возвращаются у нас боксеры. Снова Павел идет вперед и бьет удары. Не двигается уже так быстро на ногах Оскар Медина. Внимательнее тоже нужно Павлу действовать сейчас. Он. Да, очень хорошо двигается на ногах соперник Павла. Спокойно он сейчас, да, передвигался и передвигается, продолжает двигаться в ринге. Хороший удар по корпусу в исполнении Павла Мамонтова. Ну, обрати, Ром, внимание, очень мало используют как боксерский элемент, да, вот в своем бою. В принципе, Паша и его оппонент практически нет апперкотов, да, не действуют они таким элементом. Ну, Паша и никогда не был вот таким
явным, да, нокаутером, который прям может решить исход боя одним таким ударом снизу в челюсть, да. Оскар Медина, Паша джебами, да, и такими вот прямыми ударами вести этот бой. Пытается достать соперника. Подержанного Кузнецова. Да, не могу не согласиться, Павел не может найти считать дистанцию сейчас. Для апперкота пытается работать прямыми ударами и боковыми. Сейчас очень часто пытается пробить правый боковой, но не всегда он достигает цели, потому что Оскар Медина убирает голову. Ну, опять же, очень хорошо на ногах работает, успевает отойти на хорошее расстояние, да, можно сказать, на дистанцию. И Павлу очень тяжело провести точный удар. Очень тяжелый бой для обоих боксеров. Никто не хочет отдавать преимущество. Я думаю, близки мы скоро будем к развязке. Я думаю, последние раунды боксеры проведут очень активно. Но другого просто им не дано. Сейчас я бы не стал отдавать кому-то прям такое явное преимущество. Да? Совершенно равный бой. Может быть, с небольшим преимуществом Павла Мамонтова, но соперник достойный, выглядит очень даже неплохо. Неплохой размен ударов в концовке раунда мы с вами наблюдали. Фонд Александра Прокопьева. Российская политическая партия «Единая Россия». Ну, вот, партнер турнира компания «Мария Ра». Партнер турнира компания «Пионер Трейд». Паша, компания «Вот это дом». Квартиры нового раунда. Строительная компания «Сел». Строительная компания «Сибирь». Хорошая атака была со стороны Павла. Радиостанция «Спорт-ФМ». Будь первым. Страховая компания «Росэнерго». Все виды страхования. Первый в России эко-курорт «Марин Остров». Компания «Алькон». Один из флагманов развития оконного рынка. Аудиоцентр «Барнаул» по новому адресу. Павловский тракт 164. Сеть современных кинотеатров вот, «Киномир». Да, кафе «Холл Крем». Это место, да, где спасибо. Встречаются разные люди. В очередной раз говорю нашему режиссеру Александру Тимофееву за вот это саммари. Ну а нас тем временем восьмой раунд. Напомню, 10 раундов ждет нас сегодняшним вечером. Ну если, конечно же, все не закончится раньше победой досрочной кого-то из боксеров. Выжидает, вновь выжидает Паша. Обмен ударами у нас тут в центре ринга. Вот такая рубка в клинче, да? Полетел сейчас Павел, но Оскар успел отойти на ногах. Нет уже такой, наверное, можно сказать, не то, что шапка закидательского, да, настроения у обоих боксеров. Не летят они уже, что называется, с шашкой наголо, да, вперед, а стараются выжидать сейчас и ждать ошибки от соперника. Да, безусловно, боксеры уже подустали, уже не могут так активно зарубаться между собой. И даже не так уже активно двигаются на ногах, стараются именно ловить друг друга навстречу. Хорошо попадает сейчас Паша правой. Правый боковой проходит. Ну и вновь в клинч сразу же идет Оскар Медина. Джеб сейчас пропускает Павел от Оскара. Ром, ну не кажется ли тебе, что все-таки Оскар Медина потихоньку, постепенно начинает перехватывать инициативу в свои руки? Бывают моменты, в которых Оскар Медина смотрится ярче, бывают моменты, в которых Павел Мамонтов смотрится ярче. Мне кажется, победитель будет выявлен в чемпионских раундах, в двух последних. Вот хорошо попадает сейчас, да, попадает сейчас Паша. Снова летит Паша, но Оскар Медина вовремя замечает все. Не может все-таки Павел подобрать ключи. Достаточно легко, да, уходит вот от этих коварных ударов Оскар.
Да, он просто голову как-то опускает, и все, и Павел не может ничего с этим поделать. Опускает голову, ну и очень хорошо действует сразу на ногах. Он уходит на дистанцию, получает вот такое вот как бы преимущество от того, чтобы не пропустить удар. Ну а видим, Паша сильно выбрасывается, да, в сторону соперника. И очень много на это сил он тратит, что немаловажно. Опять концовку раунда боксеры проводят в руки. Паша, да. Заканчивается у нас, точнее уже завершился, конечно же, восьмой раунд, да. С каждой секундой все тяжелее становится боксерам работать, что называется, на максимуме в ринге, да. Ром, ну пока что такие промежуточные итоги. Не знаю пока кому отдать даже победу в данном бою, думаю, бой совершенно ровный, думаю, в каких-то моментах Павел неплохо в рубке переигрывал своего соперника, в каких-то моментах неплохо Оскар Медина на ногах обыгрывал Павла, думаю, сейчас в 9-м и 10-м раунде мы будем наблюдать с вами завершение данного поединка и выявим победителя по результатам именно этих двух раундов. Ну да, что называется, впереди нас ждут чемпионские раунды, именно так они называются, да, у боксеров-профессионалов, да и не только у профессионалов. Так что сейчас, я думаю, каждый из боксеров постарается показать судьям все, на что он способен. 9-й раунд у нас. Пропускает Павел навстречу сейчас. Советует кто-то в зале Паша больше ударов. Но Паша и так не стоит на месте. Паша старается подобрать ключики вот к этой защите Оскара. Но пока мало что, конечно, получается. Медина выглядит очень достойно. Вновь обмен ударами. И снова обмен ударами. Никто из боксеров не хочет отдавать преимущество. Уже Оскар Медина сталкивает Павла. Пытается перехватить инициативу. И три удара пропускает сейчас Павел Мамонтов. И Оскар почувствовал прям, что Павел Мамонтов пропустил. И пытается нарастить свое преимущество сейчас. И сейчас неплохой боковой Павел выбрасывает по Оскару. Я думаю, поддержать сейчас болельщикам в зале нужно обязательно Пашу. Вот эти три, конечно, очень болезненных удара пропустил наш боксер, да, и был шанс у Оскара, но слава богу, что все завершилось вот так вот пока. Но вот внимательнее нужно достоять хотя бы этот раунд Паши, не пропускать ударов, очень много и так он пропустил вот за эти две минуты. Активизировался прям Оскар Медина, почувствовал, что он может и попадает, и что у него все получается, и прям он хочет Павла победить. Нужно Павлу что-то предпринимать. Ну да, вот этот раунд пока остается, нужно признать за соперником нашего Паши. Вновь пропускает Паша опять неприятный удар на контратаке. В клинч опять идут боксеры. Павел сейчас работает больше вторым номером, а Оскар Медина перешел в атаку. Притих немножко зал, да, понимают сейчас болельщики, что преимущество в этом раунде, хоть и небольшое, но все-таки перевес есть у аргентинца. Концовку нужно ударно провести Паше сейчас. Но тоже Оскар Медина не хочет концовку отдавать, тоже выбрасывает удары. Не успевает Павел на ногах за Оскаром. Последние секунды 9-го раунда. Заканчивается у нас 9-й раунд. Неплохо в концовке сейчас Павел попал несколько ударов и тут же пропустил их. Аргентина. Безусловно, да, стоит это признать, да, в этот раз все-таки остался за Оскаром Мединой, да, ну и внимательно сейчас, и самое главное, активно нужно провести
Павлу вот этот последний, края. Заключительный, 10-й раунд. Согласен? Абсолютно согласен, ничего не могу возразить. И именно в этом раунде сейчас решится то, кому будет тот она победа в этом бою. И Павлу нужно отдать все силы сейчас, чтобы не выглядеть бледно. И чтобы Оскар Медина больше не опускал голову и не двигался на ногах. Нужно как-то больше Павлу попадать ударов. Думаю, сейчас его секунданты дадут ему ценные наставления. Вот здесь пропускал, конечно, серию целых ударов. Там покинуть ринг. Начинается у нас заключительный 10-й раунд этого красивейшего боя сегодняшнего вечера. Павел Мамонтов против Оскара Медины из Аргентины. И снова Оскар Медина идет вперед, как и в предыдущем раунде. Павел дает ему это делать. Заметно, что подустал немножко Паша, да? А может быть, специально отдает вот так вот инициативу. Но хотя все-таки нужно идти вперед Павлу. Он это понимает. Понимает это его оппонент. Все-таки хорошо двигается Оскар на ногах, не может Павел догнать его. Видит, он хорошо удары Павла и хорошо очень уходит. Хорошо защищается сейчас Медина, да, ну и неплохую серию попытался провести сейчас Павел Мамонтов. Видел, что сейчас удар по печени Оскара Медина, подставил локоть, был готов. Опять пластырь расклеился у Оскара Медина. Время остановлено. Скоро бегать, наверное, уже секунданту заклеим и приклеить этот пластырь навечно. Уже не первый раз отклеивается. Финальный раунд! Потом поддержим! Финальный 10-й раунд! Он у аргентинца 10-й раунд! В котором решится судьба этого боя. Вновь размен ударами идет. Хочется заметить, что в размене ударами последний удар достигает цели от Оскара Медины. То есть Павлу нужно стараться самому последнему заканчивать размен, а не пропускать в нем. Но не попадает, к сожалению. Вот сейчас хорошо. Да, получилось все-таки у Паши прямой. Достиг своей цели, но все меньше и меньше времени остается у Паши. Устал Павел, безусловно. Из последних сил идет он вперед и пытается перехватить инициативу. Но Оскар тоже не хочет отдавать этот поединок. Внимательно, конечно, Паша, да. Очень уже тяжело дышат боксеры. Ну, все-таки 10 раундов, да, дают о себе знать. 30 минут чистого времени провести в ринге, ну, конечно, это очень-очень много. Тем более на таком уровне, при таком боксе, да. Великолепный бой мы смотрим с вами, уважаемые телезрители. Восторг у меня вызывают вот эти два боксера, да, молодцы, все силы практически они отдали вот за эти 10 раундов, да, последние секунды. Концовку пытаются забрать бойцы, никто не хочет уступать, но видно, как Павел больше пропустил ударов, не знаю даже, могут сейчас Оскару Медине запросто отдать победу в этом поединке. Ну, вскидывает он руки, да, после этого боя, поздравляют его секунданты с хорошим боем, да. Я думаю, в этом углу с ним уверены в безоговорочной, да, победе своего боксера. Ну а у нас какая-то не очень хорошая тишина, да, в нашем красном углу. Ну подождем, подождем судейских оценок. Вот смотрим, да, пропускает Паша два удара, три удара, четыре удара. Ну, концовка 10-го раунда явно прошла за соперником. Ну, здесь вот головами столкнулись.
Видно, что подустал немножко Паша. Очень устал Павел, безусловно. Пытался что-то сделать, но Оскар Медина немного физически по подготовлению оказался, чем Павел. Возможно, просто в первых раундах Павел сильно вперед рвался, не подрасчитал силы. Ну, о чем мы и говорили, да, с тобой, Рома, что действительно в таком бою, где 10 раундов тебе предстоит боксировать, очень важно рассчитать вот эти физические силы именно на весь бой, если ты рассчитываешь завершить этот бой досрочно. Да, пошел Паша сейчас поздравлять Оскара. Ну, не то, что поздравлять прежде всего с тем, что они провели очень хороший бой, да. Оскар. Дамы и господа, уважаемая публика, победу в 10-раундовом поединке раздельным решением судей одержал Павел Мамонтов! Ну, недоволен, конечно, сейчас, я думаю, Медина. Забрал все-таки последние раунды, да. Но все-таки в начале Павел Мамонтов этого поединка смотрелся интереснее. Видимо, по первой половине все-таки судьи оценили этот бой. Павел, в самом начале вашего поединка я представил вас как экс-чемпиона России. Вы на самом деле являетесь действующим чемпионом России. Скажите, сколько лет назад вы стали чемпионом России? 2011 год – это «Крылья Советов». Знаменитая легендарная площадка, где снимался в 1936 году знаменитый фильм «Первая перчатка». Тогда Павел Мамонтов представлял город Барнаул на этой знаменитой площадке. Давайте аплодисментами вспомним 2011 год. Ну да, вот это та самая история, сказать сейчас, Андрея, видно, которая что была написана в городе Москве на знаменитой бой. Площадке. Павел, уже прошло достаточно много лет, и мы не видим вас в бою за звание чемпиона мира, чемпиона Европы. Почему? Вопрос не ко мне. Не к вам вопрос, не по адресу. Но желание у вас есть? Спасибо большое всем зрителям, участникам, которые пришли, поддержали город Барнаул и просто подхватили своим настроением наш дух. Спасибо большое. Павел, прокомментируйте поединок. Я недоволен. Конкретно чем вы недовольны? Бой сложился не так, как я хотел. Соперник, видимо, подготовился лучше меня. Я надеялся на более уверенную победу. И собой недоволен. Надо отметить, у вашего соперника за плечами больше 30 боев. Это достаточно большой опыт в профессиональном боксе. Да, но у него также больше поражений. То есть это ни о чем не говорит, что больше боев. Павел Мамонтов! Ну вот, аплодисменты, я думаю, все прекрасно слышали, да, что сказал Паша, недоволен он так, точнее, как он провел этот бой. Безусловно, я думаю, недоволен решением судей больше его соперник, да. Ну, судьи приняли свое решение, причем хочу заметить, что раздельным решением. Уважаемые болельщики, любители профессионального бокса. Готово у нас очередное интервью сейчас. Я передаю слово моей коллеге Елене Лопатиной. Она побеседует с победителем этого боя Павлом Мамонтовым. Лен, тебе слово. Ну, у нас небольшие проблемы сейчас, да, пропала трансляция. Нет, Лена готова. Оскаром Роберто Медина. Реванш, прямо скажем, не удался, Паш. Как проходил поединок? Ты сказал, что ты недоволен собой. Я готовился неплохо. Скажите, вы устали? Был настроен именно на этого бойца. Но что-то сложилось не так. Очень неудобно соперник в этот раз оказался. Видимо, он учел все недостатки прошлого боя и настроился, подготовился более лучше. Сегодня как он себя вел? Он был более агрессивным, я понимаю, тогда? Здесь, на этом ринге. Он был просто для меня неудобен. Просто неудобен. Я не мог сделать то, что я обычно делаю.
провести какие-то удары, какие-то серии. Он этого не давал. Ну, если поставить оценку тебе и себе, себе и ему по пятибалльной шкале, вот выстави оценки. Ну, по сравнению, если смотреть с тем боем, то у него все получилось отлично. Он настроил, хорошо провел бой этот. У меня, наверное, думаю, середина золотая. Не туда, не сюда, то есть я был готов. Но, видимо, не так был готов именно на этот бой, именно на этого соперника. Ну, ты все-таки рад, что не удалось ему реализовать свой реванш? Ну, да, но тем не менее, судьи отдали 2-1. То есть это уже какое-то для меня нехорошее впечатление остается. Я недоволен. Паш, и твои планы, следующий соперник, возможно, он уже известен. На следующий бой еще ничего не известно, то есть сейчас немножко отдохнем, и там будет видно, то есть организаторы будут проводить, подводить, и какой-то бой будет видно дальше. Паш, спасибо, удачи тебе, дорогие друзья. Я напоминаю, что рядом со мной сейчас был Павел Мамонтов. Он одержал победу над Оскаром Роберто Медина, спортсменом из Аргентины. Реванш не удался, и сейчас нас впереди ожидает главный бой сегодняшнего вечера. Дмитрий Сухоцкий и Апти Устарханов. Смотрите в эфире не только нашего телеканала, но и на нашем сайте www.ru. Кстати, можно смотреть и со всех мобильных устройств. Дим, я передаю слово тебе. Погнали! Спорт! Дорога к превосходству не из легких. Она рискованная, сложная. Она требует смелых шагов и самоотверженных поступков. И есть только один путь покорить ее. Никогда не останавливаться. Абсолютно новый Audi Q7. Превзойти себя, значит превзойти всех. Audi Центр Барнаул, официальный дилер Audi в Алтайском крае, рад сообщить о переезде в новый шоурум, соответствующий всем стандартам марки Audi. Высокое качество и стиль не только в автомобилях, техническом обслуживании, сервисе, но и в интерьере дилерского центра. Под одной крышей шоурум, площадка автомобилей Audi с пробегом плюс, автосервис, продажа запасных частей и аксессуаров. Audi Центр в Барнауле. Павловский тракт, 164. Ну что ж, еще раз огромное спасибо Елене Лопатиной за интервью. Все вы прекрасно слышали, да? Итак, дорогие друзья, мы в преддверии финального. Доволен, как провел бой наш боец, да, Паша Мамонтов. Ну что ж, раздельным решением судей отдали они ему победу, но есть над чем работать. Ну а впереди нас ждет главный бой сегодняшнего вечера между Дмитрием Сухоцким и Апти Устархановым, да, начнется буквально итак, дорогие через друзья, несколько минут. Диаспоры, городу так Барнаулу встречаем. Я думаю, что через некоторое время мы станем свидетелями настоящего шоу. Есть какая-то пауза у нас небольшая, какой-то номер. Да, но у нас пока есть пауза. Я бы хотел, чтобы посмотрели мы материал подготовки Дмитрия Хантера Сухоцкого к этому бою. Ну и я думаю, посмотрим все вместе, как готовился Дима к этому поединку. Дмитрий Сухоцкий по прозвищу «Охотник». 10 лет на профессиональном ринге, 26 боев, 22 победы, из них 16 нокаутом. И всего 4 поражения. Сегодня барнаульского боксера ожидает титульный бой за звание чемпиона СНГ и славянских стран. К этому бою Дмитрий готовился несколько месяцев. В августе этого года боксер проиграл Дилмуроду Сатыбалдиеву, поэтому в сегодняшнем поединке Сухоцкий настроен только на победу. Тренировки перед выступлением ежедневные. Профессионал должен уметь и на отходах работать, и в контратаках, и на встрече, и как бы должен неоднозначным быть боксером. Как бы я все вот эти версии, говорится, свои для себя сделал, что если я пойду вперед, не будет получаться, я буду назад идти, допустим. Тактику менять нужно. Если одна тактика, то боксера быстро раскусывает другой боксер и применяет свои приемы, и все, и проигрывает.
Соперник Дмитрия Сухоцкого в титульном бою – уроженец Чеченской республики Апти Устарханов. 25-летний боксер провел 14 профессиональных поединков, проиграл однажды и два завершил ничью. Единогласным решением судей победу одержал боец из Красного Угла Апти Тайга Устарханов. Накануне противники прошли традиционную процедуру взвешивания. Итог. Дмитрий Сухоцкий 76 килограммов ровно, Апти Устарханов 75 килограммов 750 граммов. Сегодняшний бой станет первым между боксерами. По мнению Сухоцкого, Устарханов соперник более чем достойный. Ну, 5 плюсом оценим. Очень хороший соперник, я видел его в бои. Очень сильный боец. Я выхожу на ринг и работаю, делаю свою работу. Естественно, меня настрою выиграть боксера. На то, чтобы выяснить, кто чемпион СНГ и славянских государств, у боксеров 12 раундов. Как закончится великий бой на Великом Алтае, для каждого из них – главная интрига вечера. Дорога к превосходству не из легких. Она рискованная, сложная. Она требует смелых шагов и самоотверженных поступков. И есть только один путь покорить ее – никогда не останавливаться. Абсолютно новый Audi Q7. Превзойти себя значит превзойти всех. Audi Центр Барнаул, официальный дилер Audi в Алтайском крае, рад сообщить о переезде в новый шоурум, соответствующий всем стандартам марки Audi. Высокое качество и стиль не только в автомобилях, техническом обслуживании, сервисе, но и в интерьере дилерского центра. Под одной крышей – шоурум, площадка автомобилей Audi с пробегом плюс, автосервис, продажа запасных частей и аксессуаров. Audi Центр в Барнауле. Павловский тракт, 164. Встречаемся мы! Барнаульский дворец зрелища спорта. Напоминаю, что сегодня в Барнауле большой боксерский праздник, да, праздник профессионального бокса, турниры из серии «Великий бой на Великом Алтае», посвященный памяти боксерам и людям, которые внесли вклад в развитие бокса. Через несколько минут нас ждет самый главный бой вечера, да, между нашим Дмитрием Сухоцким по прозвищу Хантер, охотник, да, и Апти Устархановым, он же Тайгер, уроженец Чеченской республики, да. Так что ждет нас, да, я думаю, очень-очень интересный бой. Ром, ну, прежде всего, что ждешь ты от этого боя? Жду победы Дмитрия Сухоцкого. И жду, наконец, начала этого поединка. Все мы с нетерпением ждем этого момента. Я думаю, Дмитрий Сухоцкий оправдает наши ожидания и покажет нам очень красивый поединок и порадует нас своей победой. Ну, на самом деле, Ром, тут я не могу с тобой не согласиться. Все мы ждем от Димы победы. Последний бой, на самом деле, Дима провел относительно недавно, да, в августе. И бой этот проходил в Ялте, в Крыму. И, к сожалению, опять же, в 12 раундах проиграл Дима Сухоцкий. Мне удалось посмотреть, господа, в записи этот бой. Да, ну и сказать честно, очень, ну, спорное решение, да, арбитров. Опять же, бой, насколько я помню, раздельное решение было. И обладание поясом чемпиона СНГ. Поэтому сейчас, я думаю, Дима постарается показать при своих болельщиках, при своей публике очень хороший бой. Ну и сейчас вот как раз Петр Денисенко приглашает сначала, конечно же, рефери сегодняшнего супервайзера боя Виктора Панина. Город Москва, Россия. Напомню, что это бой за титул чемпиона СНГ славянских стран по версии WBC. 12 раундов, 76 килограммов, суперсредний вес. Ну и соперник нашего Димы Сухоцкого, Апти Устарханов, 14 боев его
профессиональной боксерской карьере. 11 побед он одержал, 3 при этом закончились нокаутом, 1 поражение и 2 ничьих. Достаточно серьезный соперник у нашего Димы. Ну и давайте посмотрим все-таки на Аптиу Старханова. Появится он сейчас из-под трибуны помещений. Этот боксер из Грозного. Ну, говоря об Аптиу Старханове, стоит отметить, что 25 лет спортсмену, 90-го года, вот он появляется сейчас на публике. Ну, стоит отметить и добавить, что Диме Сухоцкому 34 года, да, разница почти в 10 лет. Вот может ли это сыграть какую-то злую шутку с нашим боксером, с нашим Димой Сухоцким, или все-таки опыт в этом бою будет играть важную роль? Ну, как говорится, ринг покажет. Ну да, вот очень грозно выглядит вот этот боксер из Чеченской Республики. Флаг республики у секундантов, да, на плечах. Я думаю, бой нас ожидает очень-очень интересный и захватывающий. Вот так вот он проходит по рингу. Занимает свой синий угол. В красный угол ринга. Ну и приглашает, конечно же, боксера, ради которого многие сегодня пришли в этот вечер в Барнаульский дворец зрелища спорта. И тех, кто смотрит трансляцию в эфире нашего телеканала «Катун-24» на нашем сайте www.katun24.ru. Вот он, Дмитрий Сухоцкий. Появляется он сейчас с надписью на груди «Хантер», «Охотник». Главный бой это сегодняшнего вечера. А на спине Дмитрий Сухоцкий. Еще раз напомню, что это бой за титул чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC. Это 12-раундовое противостояние. Мы будем надеяться, что все-таки Дима постарается закончить этот бой досрочно. Тем более, что любит он свои бои проводить, что называется, да, заранее. Ну, вот такая вот красивая заставка у нас сейчас боксеров. Видим, что готовятся потихоньку спортсмены. Пояса Дмитрия Сухоцкого. Ну, их стоит отметить, что 26 боев Дима провел, 22 победы, из них 16 нокаутом и 4 поражения.
Ну что ж, прозвучал у нас гимн нашего государства, гимн Российской Федерации. Ну и сейчас пауза. Бой за звание чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC CSBB. 12-раундовый поединок. Суперсредний вес. Дамы и господа, в синем углу ринга. Боец, чей возраст 25 лет. Рост 1 метр 75 сантиметров, вес 75 килограммов, 750 граммов. Этого главного боя боец вечера. Боец провел на профессиональном ринге 14 боев, боксеров, 11 побед, 3 победы нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. Синий угол ринга. Апти Устарханов! Ну да, город очень серьезный боец сегодня у Димы. Россия! Всего лишь в его карьере одно поражение, причем поражение это было в 2013 году против Сергея Якимова. Поэтому очень серьезный оппонент у Дмитрия Суходского. Да, последний бой, кстати, проводил соперник нашего Дмитрия Суходского, Апти Устарханов, у себя на родине, в Грозном, против Сергея Белошапкина. Так вот, закончил он его досрочно. Шестираундовый это был бой, но в пятом раунде все решилось. Слушаем рефери в ринге, готовятся боксеры сейчас. Дмитрий Суходский по прозвищу Хантер и Апти Устарханов по прозвищу Тайгер. Господа боксеры, я прошу вас, опасно голову не идем, ниже пояса не бьем. Слушаем мои команды. Я желаю ему удачи. Пожали руки по углам. Ну, великолепно, да? Желаю вам удачи, пожали руки. Они с удовольствием пожали, но в перчатках сделать это очень сложно. Точнее, вообще невозможно. Ром, ну небольшая пауза. Ну как думаешь, пойдет Дима сразу первым номером или все-таки будет присматриваться? Мне кажется, будет он присматриваться, как и что мы видели во всех предыдущих поединках. Первый раунд он больше разведывал. Первый раунд! Мне кажется, оба боксера сейчас будут пытаться найти дистанцию. Работает Дмитрий передней рукой. И пропускает атаку. Он от Апти Устарханова. Ну, очень мощно выглядит Апти, да. Но Дима повыше своего оппонента прежде всего. Ну и длина рук должна здесь тоже сыграть немаловажную роль. У Димы они подлиннее, что может ему позволить проводить атаки с дистанции, ну и, соответственно, избегать прямых попаданий от Апти. Апти сейчас поддавливает немножко Дмитрия Суходского. И опять клинч. Клинч, видимо, неизбежен в сегодняшнем главном поединке. Ну да, очень так достаточно мощно выглядит оппонент Дмитрия Суходского, Апти Устарханов. Все-таки эта категория уже 76 килограммов, это суперсредний вес. Ну и вот, Ром, как думаешь, очень много пришлось скидывать в весе перед этим боем Апти, чтобы вот попасть под все-таки эту категорию, потому что выглядит достаточно массивно, да, соперник я Дмитрия? Вот, не знаю насчет Апти. Я знаю то, что Дмитрий Суходский тоже к этому бою сушился. Ну, я думаю, что Апти примерно так же, около 3 килограммов, может быть, сбросил. Ну, как это может повлиять на сегодняшний поединок вообще? Ну, я думаю, у боксеров такой весовой категории 3 килограмма особой роли не играют. Просто выгнали воду из организма, наоборот, должны лучше двигаться на ногах и меньше уставать. Вот посмотрим сейчас, кому-то преимущество отдавать сложно, да, вот Дима пытается потихонечку прибрать инициативу к своим рукам, видим мы у него небольшой синяк, но уже проходящий, видимо, на тренировке где-то получил его при подготовке к этому бою, конечно же, не сейчас и не в этом первом раунде. Ну, а Апти Устарханов тоже пытается атаковать по мере возможности. Ну идет и... он вперед и поджимает Дмитрия Суходского. Сейчас опасно Дмитрий делает головой. Замечание ему сейчас делает рефери.
Ну, ни в коем случае, конечно, нельзя Диме опускать голову. Сейчас можно просто нарваться на неприятнейший, просто неприятнейший удар, да. Все-таки присматриваются больше сейчас соперники друг к другу. Никто не рвется в бой. Работают больше передней рукой. Хорошо сейчас Дмитрий Сухоцкий левым джебом остановил атаку Аптилу Старханова. Закончился первый раунд, да, тем временем. Ну, очень хорошо провел концовочку сейчас Дима, да? Да, мы увидели хороший удар навстречу, но все-таки ровный раунд, очень сложно кому-то тут отдать преимущество. Синем углу ринга Апти Устарханов. Начало было неплохое у Димы, да, вот прямой удар тоже достиг цели. А это уже ответ такой. Апти Устарханов по прозвищу Тайгер. Город Грозный, Чеченская Республика, Игра Россия. Из... В активе боксера 14 боев, 11 побед, 3 победы нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. Апти Устарханов. Синий угол ринга. Выражаем благодарность фонду фонд Александра Прокофьева. Поддержка молодым и начинающим спортсменам. Этого первого раунда. Ощутимая поддержка оказана всероссийской партии. Ну, боксеры друг к другу присматривались. Сначала Дмитрий немножко вел, потом Аптил Старханов немножечко вел. Ну, концовку Дмитрий забрал, не знаю, возможно, судьи отдадут этот раунд с небольшим перевесом в пользу Дмитрия Сухоцкого, но, может быть, и дадут ничью. Ну что ж, второй раунд у нас увлекательнейшего бокса, увлекательнейшего поединка между Апти Устархановым и Дмитрием Сухоцким. Пропускает сейчас опасную атаку Дмитрий Сухоцкий, нельзя такого делать. Отвечает сейчас сам. Ну, добавлю, что Апти последние все свои бои завершил победами, поэтому где-то психологическое преимущество, конечно же, на его стороне. Ну, а Дима, наоборот, два последних боя проиграл, но соперники были, правда, совершенно другого уровня, чего стоит только Адонис Стивенсон, да, этот... матч прошел, этот бой, главный бой вечера прошел в... Колизей Пепсим, да, это в Квебеке, Канада. И я думаю, многие смотрели этот бой на Пепси-арене, да, и видели, что соперник противостоял Диме, ну, совершенно немножко другого уровня, да. Поэтому стоит дать небольшие поблажки Дмитрию, ну и будем ждать, что сегодня наконец-то вот эту серию из двух поражений Дима прервет на родном ринге, в родном Барнауле. Пропускает серию ударов по защите Дмитрий Сухоцкий. Нельзя, мне кажется, с таким соперником принимать на себя удары. Очень грозно просто смотрится Апти Устарханов. Ну, на самом деле, да, я думаю, удар вот у этого коренастого парня очень сильный, очень тяжелый и чревато любая его атака, которая пройдет... Но небольшим, можно сказать, легким таким нокдауном, да, потому что сила удара все-таки, я думаю, этого боксера очень ощутимая. Не форсируют пока боксеры события, как-то размениваются по очереди, ждут друг друга. Опять Дмитрий Сухоцкий пропускает удары по защите. Вот нельзя ему застаиваться на ногах. Пропускает очередной удар Дима. Конечно, в этом 12-раундовом поединке тоже будет многое зависеть от физики, от физической формы боксеров, кто как подготовился. Еще раз напомню, что колоссальная разница в возрасте у боксеров. Диме на данный момент 34 года, соперник на 9 лет его помоложе, ему 25, так что... Немаловажный фактор, кто как подошел и в какой форме к этому 12-раундовому бою. Напомню еще раз, это титульный бой, бой за титул чемпиона СНГ славянских стран по версии WBC. Заканчивается у нас очередной раунд главного боя вечера.
Дмитрий Сухоцкий, город Барнаул, Россия. Думаю, в этом раунде более ярче смотрелся оппонент Дмитрия Сухоцкого Аптил Стаханов, потому что очень много ударов Дмитрий Сухоцкий принимал на себя. Дмитрий Сухоцкий, красный угол ринга. Отсмотрим, да, вот атака соперника Аптил Стаханова. Ну, хорошо, что удалось отзащищаться, да, Диме? Компания «Вот от...» После двух раундов не могу не согласиться компания, с тобой, действительно, компания, пока что хорошее впечатление оставляет боксер из Грозного. Компания, вот это дом. Строительная компания СЭЛ. Дима пытается пробить его, но да. Страховая компания «Росэнерго». Все виды страхования. Но не все получается, первый что пока задумал Сухоцкий. «Марин Остров». Ну, думаю, секунданты сейчас проведут беседу и скажут, что ему нужно, над чем ему нужно работать. Вот интересно, конечно, пошел, да? Дмитрий вперед. Кто все-таки победит, кто возьмет верх, охотник или тигр, да? Такие прозвища довольно интересные у двух боксеров, которые в ринге. Тигр против охотника или охотник против тигра? Сейчас сам Дмитрий Сухоцкий начинает, что очень правильно, на мой взгляд. Хороший левый боковой попадает. Кто-то из болельщиков сейчас вспоминает, да, и советую Диме, вспомни, как ты проводил свой бой против Юргена Бремера, да. Напомню, что этот бой проходил в Германии, и очень много спорных решений там было, очень много разговоров после этого поединка, когда Дима, ну, буквально в кровь рассек лицо сопернику и едва не победил в этом поединке нокаутом, но повезло немецкому боксеру, и в итоге все-таки в Германии отдали победу на тот момент Юргену Бремеру. Требует агрессии от Димы, да, в бою. Да, советует, чтобы работал Дима первым номером. Пытается Дмитрий провести атаку, но руки на месте держит Аптил Стаханов. Вот сейчас может хороший момент. Ну нет, сразу уходит от канатов в клинч с Димой Аптил Стаханов, да, и все на этом заканчивается. Ну, вновь очередной клинч. И эти неприятные удары в клинче Дмитрию Сухоцкому незачем пропускать. Снова он голову низко опускает. Очень плохо это может кончиться. Видели мы уже сегодня в бою с Артемом Мерзликиным, как и ребята друг друга посекли. Не хотелось бы, чтобы в этом бою все повторилось. Ну да, растечения очень опасные. В любом... Ой-ой-ой, какой тяжелый удар сейчас пропускает Дима. И завязывает он своего оппонента. Ну, восстановиться, я думаю, чуть-чуть надо Диме. Поэтому он и стоит в клинче, да? Дмитрий много застаивается на ногах. Нужно больше активных действий ему предпринимать. Опять пропускает двойку Дмитрий Сухоцкий. Не видит совсем он ударов оппонента. Вот такие вот удары, конечно же, для Аптил Стаханова совершенно ничем не опасны, да, попадают они спокойно в блок, да, закрывают перчатками и не позволяют нанести Диме точные прямые удары, да, и боковые. В принципе, очень хорошо работает в защите Аптил Старханов. Сейчас обмениваются левым боковым оппоненты в концовке этого раунда. Но у нас пауза. Дорога к превосходству не из легких. Она рискованная, сложная. Она требует смелых шагов и самоотверженных поступков. И есть только один путь покорить ее. Никогда не останавливаться. Абсолютно новый Audi Q7. Превзойти себя, значит превзойти всех. Ауди-центр «Барнаул», официальный дилер «Ауди» в Алтайском крае, рад сообщить о переезде в новый шоу-рум, соответствующий всем стандартам марки «Ауди». Высокое качество и стиль не только в автомобилях, техническом обслуживании, сервисе, но и в интерьере дилерского центра. Под одной крышей шоу-рум, площадка автомобилей «Ауди» с пробегом «Плюс»,
автосервис, продажа запасных частей и аксессуаров. Ауди-центр в Барнауле. Павловский тракт, 164. Ну что ж, возвращаемся мы после рекламы. Четвертый раунд после этой паузы. Ну и наблюдаем за интереснейшим главным боем сегодняшнего вечера в Барнаульском дворце «Зрелище спорта». Пытается Дмитрий поджимать своего оппонента. В свою очередь Аптил Старханов не хочет не ступать и шагу назад. Дмитрий Сухоцкий, да, старается сейчас в этом раунде показать все свои сильные качества, но соперник очень опасен, очень силен. Опасный сейчас правый прямой пропускает Дмитрий Сухоцкий. Ну, что касается нокаутов, да, если уж дело до этого дойдет, все-таки огромнейший перевес у Димы Сухоцкого. 16 боев он закончил нокаутами, соперник всего лишь 3 своих боя, но стоит сказать, что 14 он всего провел на профессиональном ринге, когда Дима 26. То есть перевес в этом компоненте у него просто огромнейший. Хочет Аптил Старханов нанести ущерб своим правым прямым в голову. И очень часто у него это получается. Надо Дмитрию что-то с этим делать. Ну, взрывные такие атаки сейчас обменялись соперники. Да? Взрывные атаки прошли со стороны Аптил Старханова. И Дима Сухоцкий постарался контратаковать и показать сопернику, что и он может его встретить и достойно ответить. Но вот такая опять очередная пауза, что называется, затишье перед бурей, да? Ждет как-то своего оппонента Дмитрий и все время ловит правый прямой. Вот брейк сейчас, конечно же, Виктор Панин, рефери в ринге, говорит, разводит боксеров, не дает им стоять в клинче. Пытается Дмитрий атаковать, но Аптил Старханов контратакует его. Вновь пытается Дима первым номером, да, взять инициативу, но вот видим, что стоит опасаться контратак, да, контрударов от Аптил Старханова. Поджимает сейчас канатом Дмитрий Аптил Старханова, но тот уходит. И опасный сейчас снизу поднимает Аптил Старханов Дмитрия. Подходит у нас к концу, да, концовка раунда у нас. Ждем каких-то активных действий от боксеров. Да, что, собственно, и видим. Вновь пропускает Дима. Четвертый раунд. Ну вот, я думаю, сейчас Дима, да, и объясняет, что недоволен он тем, что пропустил опять в конце уже второго раунда подряд, да, вот такой вот удар. Ну и видим, что творится в синем углу сейчас у оппонента. Армена Танаяна выражает искреннюю благодарность всем зрителям, которые находятся Диме, сейчас в зале. Ну, вот этот зрители, вот момент, да, боксера. Вот смотрим, да, Дмитрий очень тяжелый вот этот удар пропускает. Аж потерял на секунду равновесие Дмитрий Сухоцкий. Повезло ему, что гонг прозвучал. Могло это для него очень плохо закончиться. Ну да, мог он все-таки попасть под такой тяжелый нокдаун. Но удержался на ногах, не могу не согласиться, Ром, с тобой. Пятый раунд у нас впереди. Пятый раунд! 12-раундового противостояния, центральный бой сегодняшнего вечера. Сталкивает своего оппонента Дмитрий Сухоцкий. Хорошо передней рукой начал работать. Дамы и господа, по правилам Всемирского боксерского совета, судейский счет по окончании 4 раунда. Судья И 36-40, судья Б 37-39, судья Си
37-39. Вот так вот, да, услышали мы сейчас предварительные оценки, но прежде всего слышат это, большой, конечно же, боксеры. Синий угол, Абди Устарханов. Вот так вот, да? Довольно обоснованное решение судей. Видели мы, как Дмитрий раз за разом пропускал правый прямой. Я думаю, что судьи также это прекрасно видели, и поэтому мы сейчас услышали с вами такой счет. Это все закономерно, да, я думаю, улыбается. Абди Устарханов, да, вот, достаточно спокойно ведет он этот бой, как ему кажется, позволяет себе вот такие вольности, да, поулыбаться. Еще услышал, что ведет в счете, стал чувствовать себя более уверенно. Ну, это должно, конечно же, больше мотивировать Дмитрия Сухоцкого, да. Дима понимает, что после 4 раундов он проигрывает, и нужно ему менять что-то в этом бою, да, стараться как-то навязывать сопернику борьбу, ну и уже теперь идти первым номером. Пытаться что вести Дмитрий этот бой. Пытается сейчас сделать. Ой, какой удар сейчас Дмитрий Сухоцкий увидел, успел от него оттянуться. Ой, да. Какой мощнейший удар пропускает Абди Устарханов. Побольше бы таких действий от Димы, но вот ответ сразу, да, Абди. То есть очень выносливый соперник, боковой сейчас пропускает Дима, но вот этот прямой, который прошел от Димы, пробивает корпус тоже. Ну и клинч. Вот очень опасен в клинче Устарханов, да? Потому что он немного меньше роста, чем Дмитрий. Ему удобнее здесь размахиваться руками, нежели Дмитрию. Притих дворец спорта немного, да? Советуют Диме побольше ударов в корпус наносить. Но тут очень сложно раскрываться Диме. Дима это прекрасно понимает. Он опытный боксер, опытный профессионал, он знает, что от Абди Устарханова можно ожидать многого. Заканчивается очередной раунд у нас, да, ну и такое двоякое у меня впечатление, Роман, да, от этого боя пока что. Все мы прекрасно слышали, что отдают после 4 раундов судьи пока победу нашему гостю из Чеченской Республики. Но все-таки твои впечатления, Ром, пока кажется, что... мне все-таки Дмитрий Сухоцкий еще не раскрыл до конца свой потенциал, как-то он опасается своего оппонента. Возможно, во второй половине поединка он будет более уверенно себя чувствовать и... В конце боя мы услышим судейский счет в другую сторону. Ну, согласен я на самом деле. Да, с тобой тут очень сложно не согласиться. Готовятся у нас, готовятся боксеры у нас к очередному 6 раунду. 6 раунд. Работает Дмитрий Сухоцкий передней рукой своей, в то время как Абди Устарханов тоже передней рукой работает. Хорошо, Дмитрий сейчас пробивает двойку. Неплохая атака. Два этажа работает Дмитрий. Все удары пока не достигают нужной цели, да? Все пока что упирается в защиту. Опять клинчуются бойцы. Пытается завладеть инициативой Дмитрий Сухоцкий, но Абди Устарханов изредка взрывается, не давая Дмитрию расслабиться ни на секунду. Вот Дима пытается, да, еще раз повторюсь, играть, точнее, вести этот бой первым номером, но вот... Вновь он пропускает контратаку соперника. Хороший боксер. Да, достойный оппонент у Дмитрия Сухоцкого. Не зря Дмитрий Сухоцкий давал ему оценку 5 с плюсом. Очень тяжело противостоять ему.
Ну и видим, что вновь у нас такое небольшое затишье, да. Не торопятся боксеры, спокойно уходит, показывает Аптиус Тарханов. Да, бей, бей, я не защищаюсь. И вот спокойно прижимается к канатам, но тут же ждет, ждет, как провести свою атаку, очередной клинч. Видит все удары оппонента Аптиус Тарханов, как-то хочет он, сам вызывает и Дмитрия, чтобы тот ударил его и хочет провести контрудар. И все время заряжается с правой по Дмитрию, и Дмитрий все время пропускает этот коварный удар. Вот сейчас Дмитрий с правой неплохо попадает, нужно развивать атаку, но все удары проходят от Дмитрия по защите. Ну да, очень хорошо выглядит соперник Дмитрия Сухоцкого в ринге. Очень обученный боксер, и поэтому каких-то сомнений, да, в его прошлых победах, я думаю, ни у кого нет. Хороший боксер, но Диме надо наращивать сейчас темп. Нужно стараться найти все-таки брешь в защите своего оппонента. Ну и Ой-ой-ой. Опять этот коварный удар справа пропускает Дмитрий Сухоцкий. Пытается вырвать концовку раунда, но Аптиус Тарханов отвечает опять правым ударом, который Дмитрий Сухоцкий на себя принял. Закончился очередной у нас раунд. Дамы и господа, напоминаю, 12-раундовый чемпионский поединок. Формула боя 12 советует раундов по 3 минуты. Советуют что-то секунданты, да, Аптиус Тарханову, как нужно вести этот бой. Ну, я думаю, все прекрасно понимает и сам Апти. Закончилось у нас 6 раундов динамичного, интересного противостояния. Да, вот все видим, все, в принципе, уходит в блок, в защиту Аптиус Тарханова. И Диме тяжело нанести точный, но вот сейчас, может быть, боковым левым он попал, да, в цель. Достиг он. Вот здесь вот хорошо правым прямым между рук попал Дмитрий Сухоцкий, но все равно подбор он не сделал. Секундантам покинуть. Готов уже Дима, да. Седьмой. У нас седьмой раунд. Экватор, можно сказать, сегодняшнего боксерского главного боя миновал. Седьмой раунд. Ну и смотрим. Дима вновь начинает его активно. И пропускает очень неприятную серию ударов Дмитрий сейчас. Пытается он все-таки прессинговать своего оппонента, но не может он раскрыть его защиту. Все удары в блок попадают. Вот уже сейчас, вот в этих раундах, да, на первый план выходит физическая готовность боксеров. Потихоньку силы истекают, и кто проведет взрывные атаки в этих заключительных раундах, кто-то добьется победы. Опять завязывается тут борьба просто-напросто. Чуть ли до клинча не доходит у боксеров. Кто-то поддерживает вон и Апти, давай Апти, да. Но мы все-таки будем болеть за нашего Диму Сухоцкого. Есть свои непосредственные болельщики у нашего сегодняшнего гостя, Аптиус Тарханова. Опять неприятный удар справа пропускает Дмитрий сейчас. Не видит он никак этот удар, все время ловит он правый прямой. Сейчас еще одну атаку очень неприятную Дмитрий на себя принимает, нужно как-то контратаковать ему. Но пока не удается это делать Диме, да. Вот нащупывает он сейчас слабые места, как бы вынуждая Аптиус Тарханова. Атакуй, атакуй, я тебя встречу. Очень долго уже Дмитрий нащупывает. Уже больше половины боя он не может нащупать. Так и проиграть можно. И пропускает опять сейчас левый боковой. Вот обменялись ударами, да, значит, пропустил от Дмитрия Сухоцкого удар в печень. Ну, тут же ответил Аптиус Тарханов своим точным попаданием. Опять правый пропускает Дмитрий Сухоцкий. Снова пытается прессинговать
Но все опять-таки проходит в блок. Пропускает левый прямой в итоге. Ну все ощутимо, да, и все пока что очень явно для Аптиу Старханова. Прекрасно он видит вот эти попытки Дмитрия Суходского, да, поэтому спокойно защищается, да, и проводит свою взрывную серию. Вот очередная. Очередную концовку взрывается Аптиу Старханов, и Дмитрий Суходский все удары на себя принимает. Роман, ну все-таки, как думаешь, говоря вот об этих 7 раундах, действительно такое преимущество сейчас оппонента Дмитрия Суходского? Мне кажется, да, что преимущество, несомненно, сейчас у Апти, у Старханова, мне кажется, он очень уже много с правой прямой напопадал Дмитрию Суходскому, не видит Дмитрий Суходский этот удар и все время принимает на себя удары Апти у Старханова. В то время как Аптиу Старханов не пропускает практически ни единого удара Дмитрия, он просто видит момент, когда ему нужно перехватить инициативу, перехватить атаку и делает это. Особенно хорошо у него это получается в концовке раунда. Ну вот мы прекрасно видим, да, что все удары проходят у Димы, к сожалению, либо вскользь, либо упираются в защиту Аптиу Старханова, да. Ну а он, в свою очередь, находит лазейки для того, чтобы нанести точный удар. Восьмой раунд у нас начинается. Опять Дмитрий Суходский пытается работать первым номером. И опять Аптиу Старханов подставляет блок под удары Дмитрия. Не получается у Дмитрия ровным счетом ничего, все удары приходятся по защите. Видно, немножко подустал, да, у Старханов. Но Диме все равно нужно опасаться этого боксера, вот именно вот этих взрывных контратак. Ждет Аптиу Старханов, когда же кинуть этот коварный удар с правой прямой. Безусловно, ждет он, когда Дмитрий Суходский раскроется. И вот проводит свою контратаку Аптиу Старханов. Хороший удар сейчас по печени Дмитрий Суходский проводит. И надо бы повторить, но Аптиу Старханов кидает свой устрашающий правый прямой. И отвечает тем же ударом по печени Дмитрию Суходскому. Такой обмен ударами по печени у боксеров сейчас происходит. Это перкотом сейчас попытался у Старханов, по-моему, впервые за весь этот бой поймать вот так вот Диму на контратаке. Но это было больше похоже на толчок, чем на удар на самом деле. Пропускает джеб сейчас Дмитрий Суходский и пытается отыграться, сам нанося джеб. Видим, что пластырь отклеился у Дмитрия. Вот вновь концовочку сейчас этого раунда боксеры постараются. Неплохая провести. Атака сейчас от Дмитрия Суходского и неплохая контратака от Аптиу Старханова. Ну ждет Апти именно вот таких действий от Димы, да, чтобы провести свою контратаку. Не бьет Дмитрий практически с правой руки, одной левой практически работает. Вот сейчас, хорошо, вот почаще так надо с правой Дмитрию Суходскому бить. Проходил сейчас, да, прямой удар справа у Димы, очень хорошо он его нанес, и что самое главное, попал. Опять справа кидает, опять между рук попадает. Почаще надо этот удар Дмитрию использовать, но он почему-то передерживает его. Больше пытается левая работать. Может быть, он опасается контратаки. Вот вновь попадает Дима. Хорошо, нужно закончить. Неплохо сейчас Дмитрий концовку забирает этого раунда. И после гонга завязывается острая борьба. Это, конечно, не по-спортивному сейчас. Да, извинились в концовочке боксеры за вот этот вот азарт, эмоции, которые переполняли их, да.
Ну, стоит еще добавить, я думаю, для тех, кто следит постоянно за выступлением Дмитрия Сухоцкого, знает, что долгие годы его тренером был Валерий Беспалов, но, к сожалению, сейчас, я думаю, задаете вы вопросы, почему его нет рядом с Димой. Закончилось, к сожалению, их сотрудничество по ряду причин. Очень жаль. Ну что ж, каждый пишет собственную историю, да. Ну и пожелаем сейчас, конечно, и Диме удачи. Ну и его тренеру, который долгие годы был с ним рядом. Девятый раунд у нас. Девятый раунд. Сталкивает Дмитрий Сухоцкий своего соперника передней рукой, но опять с правой не бьет. Тот удар, который он попадает с правой прямой, он его почему-то не бьет. В то время как Аптил Стерханов постоянно бьет с правой прямой. Вот вновь рефери Виктор Панин дает брейк. Активных действий мы ждем от Дмитрия Сухоцкого. Видно, что подустали немного спортсмены. Все-таки уже девятый раунд. Ну, а может быть, конечно же, берегут силы до последних раундов. Судейский счет по окончании восьми раундов. Судья А 73-79. Судья Б 77-75. Судья С 74-78. Раздельным решением судей ведет в 12-раундовом поединке синий угол ринга Апти Устарханов. Ну да, раздельным решением. Слышали вы сейчас один из рефери. Взял несколько раундов, означает это, что Дмитрий Сухоцкий. Можно еще что-то исправить в этом поединке, но мы также видим, что Апти Устарханов не очень-то хочет уступать в этом бою и тоже огрызается. Надо Дмитрию сейчас как-то переломить ход этого поединка, чтобы он смог одержать победу и оставить пояс у себя в руках. Ну да, в любом случае нужно убедить Диму хотя бы еще одного арбитра, да, в его преимуществе, что он сильнее, и тогда, я думаю, Дима сможет добиться победы. Ну видно, пытается Дмитрий идти вперед, пытается наносить удары по Апти Устарханову. Понимает и Апти, что потихонечку вот в этих четырех раундах упустил он инициативу. Если единогласным решением после четырех раундов он побеждал, да, то сейчас уже один из арбитров сомневается в его доминировании в ринге. И поэтому вот так вот раздельное решение уже судей. Но это, конечно же, на руку Дмитрию Сухоцкому. Вот, опять справа. Хорошо, Дмитрий Сухоцкий пробил, успел. Апти Устарханов сейчас руки подставит, но близок был Дмитрий к попаданию. Сейчас тоже неплохая атака была. Апти, мне кажется, немножечко подвыдохся. Уже нет от него такой взрывной мощи, как наблюдали мы это ранее. Ну, не могу не согласиться, Роман, с тобой. Действительно, да. Хорошо сейчас Дмитрий левым боковым попадает. И концовка раунда остается за Дмитрием Сухоцким. Да, здесь действительно Дима молодец, что вот очень агрессивно провел он концовку этого раунда, заставил, что называется, побегать по рингу своего оппонента. Великий бой, Великий Алтай представляет вашему вниманию Федерация вот профессионального бокса Алтайского раунда. Края. Промоутерская компания «Сибирь Промоушен» при поддержке администрации Алтайского края. Чемпионский бой. Бой за звание чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC CSBB. Дамы и господа. Ну вот, хорошо Апти видим, да, попал. И Дмитрий Дима Сухоцкий. Проявил есть. Всю свою охотничью, что называется, сноровку, да. Десятый раунд. Есть шансы на победу у Дмитрия, если он будет продолжать вести бой в том же ключе, что мы видели в предыдущих двух-трех раундах.
И сейчас, как мы видим, опять Дмитрий Сухоцкий устремляется вперед, пытается сталкивать своего оппонента. Ой, отличная атака сейчас от Дмитрия Сухоцкого. Я думаю, теперь уже понимает и Аптиус Тарханов, что от Димы можно ожидать очень-очень тяжелых ударов. И уже такую тактику защитную, да, избирает. Вот хорошо сейчас Дмитрий с дистанции работает и попадает по Аптиус Тарханову. Приходится Аптиус Тарханову вязать своего оппонента. Очередной у нас клинч. Уже не так страшны сокрушающие удары правой прямой Аптиус Тарханова для Дмитрия. Снова приходится рефери вмешиваться в ход поединка. Очень много сил, я думаю, Роман потратил все-таки Апти вот в этих первых раундах, да, в которых он и одержал победу. И сейчас вновь опять пропускает прямой от Димы. Да, безусловно, ты прав. Апти очень много сил потратил. И было заметно то, что в последующих раундах он больше работал вторым номером и ждал атак Дмитрия. А сейчас мы видим, что Дмитрий уже начинает потихоньку перехватывать инициативу боя. Вот только надо ему как-то избегать, стараться этих клинчей, чтобы Аптиус Тарханов не вымотал Дмитрия. Вот пропускает Дима, да, потерял немножко концентрацию на долю секунды, и сразу же последовала атака у Тарханова. Но Дмитрий сразу же отыгрывается и с дистанции пытается работать по Аптиус Тарханову. Хороший удар по печени, сейчас и апперкот. Вот сейчас пропускает этот самый удар Дмитрий от Аптиус Тарханова и сразу же отвечает. Ну, не первый раз мы уже видим вот такие коварные удары в исполнении у Тарханова, да. Корпус пытается пробить, вынудить Диму опустить руки. Слишком близко Дмитрий подходит. Вот хорошо работал он с дистанции в начале этого раунда. Сейчас почему-то перестал это делать. Хорошо сейчас джеб бросает Дмитрий Сухоцкий. И двоечка тоже хорошая. Повтор атак последует. И правой рукой через руку попадает Дмитрий. Но Аптиус Тарханов перехватывает инициативу. Размен ударов следует. Ну, Тарханов понимает прекрасно, да, что все-таки Дима сейчас попадает. Дима стал вести этот бой, да, работает первым номером, и поэтому нужно что-то делать у Тарханову. Хорошая концовка, хороший обмен ударов, в котором Дмитрий был немного точнее. Мне кажется, этот раунд тоже останется за Дмитрием Сухоцким. Да, 10 раундов у нас миновали, что называется, на одном дыхании смотрим мы замечательнейший сегодня вечер бокса в Барнауле. Я думаю, довольны все, не только зрители, которые находятся в Барнаульском дворце зрелища спорта, но и те, кто у своих телевизионных экранов сейчас наблюдает за трансляцией в эфире телеканала «Катунь-24» и на нашем сайте. Отличный вечер бокса, отличные бои, ну и боксеры, безусловно, каждый достоин друг друга, каждый достоин победы. Два раунда у нас остается в этом 12-раундовом противостоянии. Бой за титул чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC, в котором Дмитрий Сухоцкий из Барнаула принимает Аптиус Тарханова из Грозного. Посмотрим, что смогут боксеры противопоставить друг другу в последних чемпионских раундах. Думаю, выложатся они на максимум сейчас. Ну, другого и не остается, я думаю. Ну, насколько хватит сил. Очень нехороший удар по печени Дмитрий Сухоцкий сейчас пропускает. Но все равно это не мешает ему идти вперед. Хорошую атаку. Барнаул, поддержим бойцов. А теперь все вместе. Скандируют Дима, Дима, болельщики. Дмитрий пытается навязать свою манеру боя у Птия Астарханова и вылетает капа у кого-то из боксеров. Ну, у Димы вылетела сейчас капа. В
После такого легкого попадания Аптил Старханова у Дмитрия вылетает капа, рефери останавливает бой. Ну все, теперь в порядке, да, можно продолжать бой. Все правильно делал сейчас рефери, вовремя он увидел, да, и Дима, конечно же, остановился, иначе можно без зубов остаться. Продолжает Дмитрий прессинговать своего оппонента, пытается кидать правой навстречу через руку, и сейчас неплохой левый боковой достигает цели. Ну, обменялись ударами сейчас оба боксера, да. Сейчас пропускает этот самый коварный правый прямой Дмитрий Сухоцкий, надо ему отыгрывать сейчас преимущество. Ну, вновь Аптиус Тарханов спокойненько бегает по рингу, да, около каната. Хорошо, сейчас Дмитрий Сухоцкий активно работает, и Аптиус Тарханов не контратакует. Видно, подустал он в предыдущих раундах, уже не осталось у него так много мощи. Ну, вновь опять идет в клинч. Да, действительно, очень выматывающий для обоих боксеров бой. И концовка раунда, кто же заберет ее? Диме поактивнее надо, да, провести сейчас вот эту самую концовку. Ну что-то бойцы не жаждут прям активности сейчас в этой концовке. Никто никуда не торопится. Я думаю, подустали все равно. Конечно же, подустали спортсмены, тем более, что... Такая невнятная концовка. То один попадет, то второй. Перехватывают атаки бойцы. Ну, вновь Диме надо поактивнее сейчас включиться вот в эти последние секунды боя. Аптил Старханов вызывает Дмитрия, чтобы тот его бил. И Дмитрий бьет и попадает. Хорошо попадает. Второй раз попадает. Хорошие атаки от Дмитрия Сухоцкого. Все, и падает на стил ринга Аптил Старханов. Вот это да! Неожиданная вот так развязочка этого... раунда, ну, конечно же, продолжится этот бой, все нормально. Нокдаун был, ну, такой легкий нокдаун. Ну, сейчас Диме, конечно, надо. Что такое? Разводит. Опять с капой проблемы какие-то, вернули капу. Но сейчас Диме надо включиться, провести этот последний раунд, предпоследний раунд до конца, конечно же. Все, в клинч идет. Да. Идет сейчас в клинч Аптиус Тарханов, но Диме надо Сухоцкий включаться. Дмитрий наносит удар за ударом. Не останавливается ни на секунду, пытается добить своего соперника. Конечно, Аптиус Тарханов не мог восстановиться после падения еще. Вот видим, что поплыл, что называется, боксер, да? И удар после гонга следует. Недоволен Аптиус Тарханов этим раундом. Ну, еще бы недоволен, что называется, на пятой точке оказаться. Не каждый боксер мечтает, да, на ринге. Поэтому этот раунд, безусловно, остался за Дмитрием Сухоцким. Это раз. Ну и заключительный сейчас 12-й раунд. Вот смотрим. С правой точно попадает этот удар Дмитрий Сухоцкий, между рук прям. И тут уже, когда был немножко потерян Аптил Старханов, Дмитрий Сухоцкий еще раз кидает с правой, с левой, боковой. Ну вот смотрим, вот, наверное, вот этот, да, вот он этот прямой, от которого... Очень важный нокдаун на самом деле. Сейчас Дмитрий Сухоцкий перехватывает инициативу в этом бою и начинает вести по очкам, потому что, как известно, если ты делаешь нокдаун в раунде, то судьи в записках отдают тебе со счетом 10-8, в то время, если ты не делаешь нокдаун, то отдают 10-9. Ну, безусловно, сейчас преимущество уже на стороне Дмитрия Сухоцкого, ну и осталось только его закрепить. 3 минутки у нас остается, уважаемые телезрители, чтобы понять, кто все-таки в этом бою добился победы. Дмитрий Сухоцкий или Аптиус Тарханов? Барнаул или Грозный? Последний раунд обещает быть зрелищным. Пропускает с правой Дмитрий Сухоцкий от Аптиуса Тарханова. С левой боковой пропускает. Пытается выцелить Дмитрий Сухоцкий своего соперника. Но пока что все по перчаткам проходит. Ну ждет, Дима ждет своего момента.
Но пока не может дождаться. Готовит он атаку. Безусловно, Дима хочет завершить этот бой, хочет завершить его досрочно, но насколько получится это, скорее всего, устоит Устарханов. Завязывает сейчас Устарханов Дмитрия Сухоцкого, потому что находился он в невыгодном положении. Поджал Дмитрий в угол, и ничего у Пти не оставалось больше делать. Снова обтирает канаты Пти Устарханов. Пытается тут уже даже не то, что атаковать Пти, а больше контратаковать, потому что бой ведет уже Дмитрий Сухоцкий. Работает он первым номером в ринге. Дмитрию сейчас надо все силы последние отдать, чтобы эту вторую половину последнего раунда ярко провести, чтобы у судей не осталось никаких сомнений, что Дмитрий одержал победу в этом бою. Вновь атакует Дима. Опасное движение головой сейчас делает Дмитрий и еще наклоняет его Пти Устарханов. Я думаю, взорвутся сейчас атаками боксеры на последних секундах. Неплохая атака от Дмитрия Сухоцкого. Еще неплохая атака. Хорошо он попадает. Несколько ударов по Пти Устарханову. И нужно продолжать закреплять этот успех. Ну, понимает все Устарханов. Да, опять идет в клинч. Устал, конечно, Устарханов. Очень сильно он взвинтил темп в начальных раундах. Дмитрий, в связи с тем, что он более опытный боксер, наверное, специально такую установку на бой взял. И сейчас видно, что она лучше сработала, чем установка Пти Устарханова. Ну да, первые четыре раунда складывалось впечатление, что Устарханов переигрывает Дмитрия, да, ну не то, что складывалось, так об этом было. Говорят арбитры, да. Ну а вот дальше поединок уже проходил под диктовку Дмитрия Сухоцкого. Итак, слово осталось за судьями. Кто же победит в этом бескомпромиссном поединке, главном бое вечера, великом бое на Великом Алтае? Да, безусловно, но вот видели сейчас, радуется, ну как принято, наверное, это у боксеров, да, говорит. Итак, о том, что победу добился я, Пти Устарханов, поздравляет его. Но прекрасно видели, что Дима Сухоцкий провел замечательно просто вот эти 8 раундов после первых четырех, и я думаю, заслуженно Дима должен победить. Ждем сейчас решения судей. Какое решение они примут? Но почему-то я верю, Ром, на самом деле, в победу Дмитрия. Я с тобой солидарен. Я тоже думаю, что судьи будут склонны к преимуществу в данном поединке именно Дмитрия Сухоцкого. Потому что последние раунды, чемпионские раунды, Дмитрий очень хорошо себя проявил. Очень хорошую тактику, не могу с тобой не согласиться, выбрал Дима, да, вроде бы прекрасно, я думаю, понимал Дима, что он на 9 лет старше, да, и идти в такую рубку с самых первых раундов, да, вот, видимо, радуется Дима, Дима понимает, что, скорее всего, он победитель, идет поздравлять соперника, да, секундантов, тренеров Пти Устарханова, да, благодарит за хороший бой. Действительно, увидели мы потрясающий бой, главный бой вечера. Супер в среднем весе. Ждем решения судей. Затягивается пауза у нас. Ждем, ждем решения арбитров. Вот уже поздравляют друг друга боксеры. Ну, видим недовольство, да, на лице Устарханова, ну и пояса, и титулы Дмитрия Сухоцкого. Вот такие вот четыре красавца пояса по различным версиям, заработанные Димой.
Ром, ну как думаешь, с чем все-таки связана такая пауза? Неужели нет уверенного пока что решения у арбитров? Почему так долго думают? Почему так долго подсчитывают баллы? Не знаю, видимо, очень ровный поединок на взгляд. Думают судьи, что это очень ровный поединок, на их взгляд, поэтому они очень долго решают, чтобы не ошибиться, потому что одна малейшая ошибка может стоить боксеру боя. Я приглашаю в ринг супервайзера чемпионского боя. В ринг приглашается Мария Милованова для вручения пояса чемпиона и объявления чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC. Мария Милованова, это супервайзер сегодняшнего главного боя. Появляется она в ринге. Кто получит этот пояс? Пояс слушаем. Дамы и господа, судейский счет 12-раундового поединка. Судья Магомед Бациев. 111-116. Апти Устархана. Владимир Игошин. 116-111. Дмитрий Суховский. Дмитрий Наумов. Дмитрий! Ну что ж, поздравляем Дмитрия Суходского. Все вы видели, раздельным решением судей победу все-таки отдали Дмитрию Суходскому. Просто будет... можно сказать, выцарапал из рук Апти Устарханова Дмитрий эту победу. Очень мы рады за него. Вместе с вами поддерживаем его. Ну да, безусловно. Тут я бы сказал, не то что выцарапал, да? У тигра, а наоборот, подстрелил вот так вот тигра из Чеченской республики. Да, молодец, Дима, ну что сказать, видели мы прекрасно, что последние бои провел Дима, точнее, последний раунд этого боя провел Дима здорово, ну и послушаем, что он скажет. Устроенные бои. Спасибо Сархану. Спасибо Устарханову, что он приехал, согласился боксировать. Дал очень серьезный, тяжелый бой. Я... честно, ожидал, но не настолько. Бой очень был тяжелый. Первые 6 раундов я вообще практически не мог сделать ничего, подойти, найти ключи. Потом маленько разобрался. Вы сами все видели. Ну, что я могу сказать? Спасибо, что вы болели и верите в меня. Ну, вот такая вот речь, да, от алтайского чемпиона. Поблагодарил он болельщиков. Ну и мы, конечно же, в свою очередь поблагодарим Диму за хороший бой. Ну и стоит отдать должное его сопернику Апти Устарханову. Потому что действительно очень-очень хороший бой мы увидели сегодня. Да и каждый из 5 сегодняшних боев вечера был со своей изюминкой. Действительно, молодцы боксеры. Молодцы организаторы, все отработали очень хорошо, ну и поздравляем в очередной раз Дмитрия Суходского. Ну, такое краткое резюме, Рома, как тебе сегодняшний вечер бокса? Вечер просто супер, очень классный, я получил бурю эмоций положительных и очень, я увидел все, что от него ожидал. Увидел яркие красочные бои, увидел бескомпромиссные поединки, увидел равную борьбу и просто какой-то нереальный драйв и адреналин. Ну что ж, у нас готово очередное интервью Елене Лопатиной. Ей слово. Рядом с ней сейчас Николай Валуев. После нокаута надо все равно вставать. Начинать не стоит, если готов отступать. Слово, Лена, мы ждем интервью. Дорогие друзья, вы не представляете, что сейчас здесь творится. Мы во Дворце спорта, и рядом со мной почетный гость этого турнира Николай Валуев. Николай, здравствуйте. Как вам сегодня здесь? Какова организация? Как все прошло? Ну что ж, как обычно, сибиряки порадовались. На самом деле, хорошие бои. Может быть, первые были разогревочные, а все-таки последний бой – это кульминация. Самое главное, когда... во время боя есть интрига. Интригу мы с вами все наблюдали. И я думаю, что в следующий раз в этом зале еще больше народу придет на очередное боксерское шоу. Вы в следующий раз приедете к нам? Обязательно приеду.
Я очень порадовался за Диму. Знаете как, если говорить, как я считал очки, ну, с судьями не спорят, и уж я-то хорошо знаю, что это такое. Мне показалось, что по очкам у Апти вот те самые 2-1 очко, все-таки это была его победа. Но последние раунды называются чемпионскими. И для того, чтобы победить чемпиона, нужно сделать это настолько убедительно, чтобы тебе присудили победу. Мне кажется, что сегодня новая интрига, и следующий матч-реванш должен обязательно пройти. Я думаю, что вот все придут и посмотрят на матч-реванш. Я сам обязательно приеду, где бы он ни происходил, потому что было бы очень интересно, как Дима очередной раз против Апти пробоксирует. Точнее, Апти против Димы. Потому что ему было бы, мне кажется, было бы справедливым дать возможность еще раз попробовать свои силы. Я думаю, что Дмитрий, он великий боксер, он согласится на это. Николай, спасибо большое, дорогие друзья. Я напоминаю, что мы работали на прямой трансляции, но пока не переключайтесь, мы еще сегодня поговорим с победителем турнира. Ну что ж, спасибо большое Елене, спасибо всему коллективу телекомпании «Катунь-24». Сейчас мы послушаем еще одно интервью, я думаю, с Дмитрием Сухоцким непосредственно. Ну и снова передам Лене слово. Лен, если у вас все готово, то ждем интервью Дмитрия Сухоцкого. Доволен боем. Очень доволен соперником, очень серьезный соперник. Не ожидал. Ожидал наплыва, ну и такого. Горячий парень, как говорится. Ну, у вас большая разница в возрасте, чувствовалась она или нет? Нет, знаете, многие начинают рано, бокс заканчивают рано, это не влияет. Я поздно очень начал бокс, 17 лет, это нормально для меня. Ты рад, доволен? Я очень доволен, я очень доволен. У меня предыдущие два поражения, я не готовился. Это мой последний шанс был. Дим, ну и какие планы сейчас, вот после боя, конечно, отдохнуть, а потом... Ну, дальше мои промоутеры, менеджеры будут решать, как дальше, что дальше. Ну, опять же, я хочу сказать, что я в свою категорию 76 вернулся. Я в 79 боксировал неправильно. Дим, тебе спасибо. Желаем тебе огромной удачи в последующих боях. Ну и сегодня отпускаем, отдыхай уже. Спасибо. Ты молодец, ты большой молодец. Победы. Поздравляем. Спасибо. Давайте, друзья. Ну дорогие все. Друзья, мы заканчиваем нашу работу во Дворце зрелищ и спорта. Мы завершаем нашу прямую трансляцию. Оставайтесь на телеканале «Катунь-24». Будет еще много интересного. Дим, тебе слово. Ну что ж, спасибо, Лена. Спасибо, что были сегодня с нами в Барнаульском дворце зрелищ и спорта. Смотрели нашу трансляцию в эфире телеканала «Катунь-24». Для вас ее сегодня вели Роман Старицын и Дмитрий Гладких. Спасибо, смотрите трансляции в эфире телеканала «Катунь-24». До новых встреч!